Здравствуйте, здравствуйте. С вами Ваня, 8 серия Exomods 9. Смотрите, как у меня тут экспа идет. На самом деле экспа стекает. Я переехал, поздравьте меня. У меня есть шикарное, правда, немножечко поврежденное здание. Ну, как это поврежденное? Тут неправильно подключены. А, куда она улетела? Неправильно подключенные штучки. Я не знаю, буду я это все оставлять или нет. Но, в общем, что у нас есть? У нас есть... Почищенный этаж. Здесь будут большие машины. Я не знаю, будет ли лестница или не будет лестница. А у нас есть этаж, на котором я приземлился, и который я назвал Hometown. Ну, потому что это домик. Вот, у нас есть... Ах ты ж, зараза. Я, конечно, тут не все осветил. Но, в принципе, освещение меня не очень сильно смущает, потому что нужно вот отсюда. Где оно? Я прям далеко, где-то, вот отсюда. Climate Chunks. Ух ты ж, зараза какая. Ага, отсюда я чанки снял. Нет, стоп. Вот отсюда я чанки. Ага. А, то есть туда надо сходить, чтобы чанки снять. Ну ладно, давайте сходим. Посмотрим, насколько там пусто. Телепорт в зиму. Зиму я, наверное, оставлю. А как их искать? Ага, то есть нужно знать название. А я сказал Winter. Надо знать название Destination для того, чтобы в него попасть. Это я, наверное, здесь оставлю. У меня тут случился небольшой инцидент с... Как это называется? С вейнмайнингом. Так, и теперь вот эти вот можно снять. Вот, ну, в общем, тут это чистенько. Я даже разобрал мобграйндер. Вот. Так что, если вы выйдете и посмотрите... Ой, оперный театр. Тут чисто. Тут совсем чисто. Единственное, что можно вот эти вот камушки добыть обратно. И песочек можно будет добыть. Но тогда здесь будет все раздолбано. Также я немножко смолодушничал и сделал себе новую палку. Для строительства, потому что я разобрал всю руду, которая у меня была. Итак, пошли-ка мы home. Вот, теперь здесь, на Hometown, можно сделать... Ну, нет, с шифтом. Вот, теперь можно показывать. Соответственно, на этом этаже я не знаю, что будет. На этом этаже я не знаю, что будет. Ну, здесь будет светло. А на этом этаже у меня стоит мегаторч. И какой-то домик. И, наверное, у меня здесь будет... Как она называется? Ветряки стоять. Я не знаю, будет ли у меня стоять ветряки. Пока что, что я успел сделать? Я успел выставить свою систему хранения. Ух ты, как долго ходить. Да, наверное, эти лесенки я уберу и заменю их телепортерами. Так, оно слилось. Эти штуки теряют экспу, если их у нее, если их сломать. Не надо ломать эти штуки. Эй. А, тебя надо включить. Что? То есть ты отключаешься, если там ничего нет. А апгрейд-то остался? А где мой... Вот он. Вот. Веселый апгрейд. Экспа потекла дальше. Такс. Тут все очень просто. Тут на этих самых, тоже на интегрейтедовских трубах сделан коковин. Тут я выращиваю дерево. Тут у меня собирается криозот. Тут у меня полная бочка криозота. Я не знаю, что с нею делать. Можно, конечно, продавать планки. Тут производится сталь. Но эта сталь производится слишком дорого. Тут 4 куска угля на одну сталь. Поэтому, наверное, я буду заходить все-таки в механизм. Но чтобы зайти в механизм, нужно сделать две вещи. Во-первых, нужна лава, если честно. Но у меня где-то была лава. Так, это тут не надо. Это пустые банки. Вот, это коробки, в которых лежит всякое. Я думаю, что соларгемы можно будет поместить. А где мое хранилище непонятных вещей? Вот оно. Тут у меня лежат спавнеры. Я все-таки решил, что я хочу искать спавнеры. И вы не поверите, это... Я сходил и почистил такое же здание, но из терракоты. Вот там, где я обещал. И что у нас есть? 200-800, 200-800, 200-800, 200-800. 4 абсолютно одинаковых блейз-спавнера. Это заявка на победу. Я думаю, что я из них сделаю что-нибудь полезное. Такс.
Ну и, собственно, тут это всякий мусор, с которым надо что-нибудь сделать. Что можно сделать со всяким мусором? Дезинчантить всякий мусор я, наверное, не буду. О, мне наконец-то дали то, что я хотел, и я смогу взять себе едовоноски. Еидо. Чентр. Ну, также я, наверное, возьму себе вот это. Я возьму себе вот это. Нет, ну это потом. Вот это. Ладно, потом. Вот это точно я возьму себе. Стоять. Вот это. Вот это. И каких-нибудь черепов. Ску. Какие у меня есть? Два таких. Два таких. Пока что, так как, ну, мы, как бы сказать-то, мы не верим в Бога, мы пользуемся тем, что Бог верит в нас. Я думаю, что здесь у меня будет еда ломошная. Опять же, строу и фиги. Кстати, стоямба. А я же могу себе сделать получше и фиги. А про нее что-нибудь пишут? Нет, про нее ничего не пишут. Давайте она у нас встанет пока сюда. Она называется F-фиги. А я хочу сделать себе еще одну F-фиги. По-моему, я уже готов. F-фиги, пожалуйста. А, это строу. Понятно. Она называется не F-фиги. Она называется как-то по-другому. Где у нас куколка? Где лицо нашего бога? Вот. Она называется Elder Statue. Ага, Elder Statue делается не так просто. Ну, вот это у нас есть. А вот это Unholy Symbol. Или Holy Symbol. А как они? Born from... Ага. То есть, как его делать, придется исследовать. Но это не проблема. Где-то у меня была книжка про Еидолон. Ну, ладно. У нас сейчас, на самом деле, другая задача. У нас задача сейчас получить следующий символ в книжку. Так. Это наша энергия для молитв. Где берут... Так, свой энчантер идет вот сюда. Вот он стоит рядом с системой хранения. Кстати, система хранения прям хорошо пережила. Она заполнена на треть. Вот. И все шикарно. Magic Workbench, наверное, так как это едовоношная, пойдет сюда. Я же могу на нее доступиться? Да. И крафтить станет сильно проще. Так, окей, хорошо. Где моя книжка? Ах, к сожалению, я не сделал самого важного, того, что нужно было сделать, когда ты въезжаешь в новый дом. Я совсем забыл сказать, Киса, смотри, какое офигенное место. Нет, ты это, иди гуляй. Есть ли у нас Роу? Что-нибудь. Давай сегодня с сальмоном побалуемся. Он, конечно, невкусный. Иди сюда. Да. Да. Кровать вон там. О, все, молодец, умничка. Только, пожалуйста, это на кровать не блюй. Вот тем, чем ты обычно блюешь. Так, продолжаем разговор. А мне нужно... Как ты сюда попало? А, ты за мной ходишь. Хорошо, хорошо. Продолжаем разговор. Мне нужно сходить в Незер. Так, а где мои стройматериалы? Это же они. Вот это же убирается туда. Да. Перед походом в Незер нужно объяснить, зачем и почему. Это мои данки. Вот тут данк с черным камнем. Это биологические всякие предметы. 1000 картохи. А это руда, которую надо бы хорошо было бы пережарить. Вот. Для того, чтобы пережарить руду, я думаю, что имеет смысл взять все те же самые печки. Более того, я обнаружил в них прекраснейшую историю. Они возвращают экспу. И печки немножко проапгрейдить. Я уже, как бы это правильно сказать, я уже умею. У меня есть алмазики. Более того, я могу их проапгрейдить дальше. Пусть будет много. Я могу их проапгрейдить дальше. Нет, зелененький мне зачем-то был нужен. Извините. Давайте возьмем какое-то дурацкое стекло. Ну вот, например, какого не жалко. Эй, стекло, которое не жалко. Пинг, пинг, пинг. 3 печки. Дальше проблема в том, что нужен блейзрод и обсидиан. Обсидиана у меня нету.
И вот за обсидианом я хотел бы сходить. Так что печки у меня есть. А нетерпортал у меня, ой, черт знает где. Кись. Умничка. Есть одна проблема. Кис в нетер не берут. Сидеть. А будешь столько мяукать, я тебя посажу на привязь. Сюда. Так, что у меня есть? У меня есть два танка. Где мои два танка? О, из-под экспы. У меня есть банка с лавой. И, собственно, я готов к тому, чтобы этот получал квесты, получил вренч из полоха. Я думаю, что полох — это хорошая затея, и можно пользоваться полохом. Танк с едой. Где мы... Как всегда, в Винтере. Ой. Я тут начал попадать в какие-то неприятные ситуации. И здесь есть проблема. А проблема заключается в том, что здесь больше нету Мегаторча. Мегаторч последний оставлен в... Угадайте, где? Правильно, в холме, в Твайлайт Форесте. А, и с этим еще одна проблема есть. Туда надо сходить и посмотреть. Я там выманим все снизу, но не выманим все сверху. Ну а дальше все. Ой, все простенько. Надо как-то спуститься вниз. Ну или, допустим, не спускаться вниз. Это место, где я, собственно, живу. Поставить здесь танк. Взять ведро. У меня интересное ведро. Перевести его в режим ведра. Но не переводится так. А вот вопрос. А как бы мне этот... Нет, не так. Ладно. У меня есть варианты. Заберешь? А, джамбатанки вообще мышей не ловят. Придется мне придумывать, что там... А я не смогу придумать, придется домой переться. Не ожидал я такой подставы от этих танков. Полезная штука оказалась. Единственное, не очень понятно, как назад вернуться. Но у меня, по-моему, есть N. Нет, не N. ТД. Т2? Ой-ё, да, Т2. Только это не совсем то, чего я хотел. Нет, в Т2 я не хочу. Пошли в Винтер и зайдем через правильный заход. Ну, в общем, пока я высасываю лаву, это будет выглядеть как-то вот так. Здесь стоит, допустим, здесь. Вренч у меня, наверное, с собой. Я почему-то начал его таскать с собой. Ах, неприкольно. Это будет сильно медленнее, чем я ожидал. Плюс нужно каждый раз эту штуку перенастраивать. Это прямо будет болезненно. Ну, мне можно залазить в такие места. Ничего плохого со мной не случается. Все? Нет, не все. А почему 32 ведра? Было же 16 ведер в одном таком ведре, самого в одной канистре. Очень странно. Ух. Нет, нужно как-то автоматически. Нужно, чтобы оно само все сливало. Я так замучаюсь сливать жижу. Прикольно. А у меня куда-то обсидиановый скал делся. Я держал его в руке. Нажал на него на кнопочку. И он исчез. Ну, я, правда, в этот момент горел, как сволочь. Я надеюсь, он бесконечный. Нет, он не бесконечный. Черт, теперь у меня вместо того, чтобы... А как? Во. Вместо того, чтобы в этот слот попадала бочка, у меня попадает теперь апгрейд. Нет, все-таки там фиговая история с пипезами. Надо приходить с помпой. Поэтому нужно брать лавы на первое время и приходить с помпой. Допустим, я нашел какое-то место, где можно хорошо спуститься к лаве. Допустим... Это очень, как бы правильно сказать, там гипотетическое выражение. Тут есть какая-то лава с солью. Soul Sand'а нету. Ни черта нету. Это будет называться лава.
И пора, так, в home, пора сделать себе лавовысасывательный механизм. Вопрос. Какие шарды у меня есть? Самый важный вопрос. Шарды у меня есть. Дрыгме, Викси и один Старбанкл. А, один, всего один Старбанкл. Мало. Фишка в том, что если Старбанкл соединить с... А где его надо соединять? А не здесь ли его надо соединять? Нет, вроде бы. Или вот такой Старбанкл надо соединять. Может быть, у меня сейчас все не получится. Да, вот такой Старбанкл. Хнык. То есть я попадаю на Enchanting Apparatus. Enchanting Apparatus из... Ну, я давно хотел начать Ars Novo. Enchanting Apparatus, пожалуйста. Ага, вот такие штуки нужно. Такие штуки мы легко делаем. Таких штук у нас... Из чего? Из полиш от гранита? Таких штук мы сделаем. Может быть, даже два стека. Так, ну и, собственно, вот эту штуковину. Но это не все. Нужен еще какой-то кори. Enchantment Shield. Нужна вот такая штука. Киса, прекрати немедленно. Я тут Старбанкла делаю, а ты, понимаешь ли, мне на мозг влияешь. И есть одна небольшая проблема. Я не помню, как правильно расставлять. Как правильно все расставлять. Итак, тут должен быть где-то... Нет, не это. Enchantment. Не тир. О. How to enchant. Enchantment apparatus. Ну, сделали. А, нужны аркейн пьедесталы. Ага, аркейн пьедесталы. Все, понятно. Нам нужно 4 пьедестала. На самом деле пьедесталов нужно сильно больше. Они почему-то pedestals называются. Но мы же говорим на русском языке, а в русском языке это пьедесталсы. Красивенькие такие. Пущай пока вот столько будет. Я же через какое-то время начну производить эссенции. Это, кстати, не очень сложно. Так, здесь у меня магическая история, да? Видимо, кор. Видимо, аппаратус. Видимо, пьедесталы. И я думаю, что на первое время мне достаточно. Итак, как делается Старбанкл Чарм? 4 куска золота. Не то, чтобы у меня было много золота, если честно. А еще у меня нету золотой руды, если честно. А это проблема небольшая. В принципе, золота под землей много, а вот в... Как он называется? В Twilight Forest золота мало. Надо где-то придумать, как производить множество золота. Чпок. Ура! Я сделал адвансмент. Может, имеет смысл посмотреть, что там про Ars Novo пишут. Вдруг там полезняшки будут давать. О, теперь не надо переводить режим книжки в старый режим. Дело в том, что оказывается плюс-минус. Плюс, да, плюс работает. Можно что-нибудь взять? Тузинезер. Это, кстати, клево. Может быть, это хорошая идея с тузинезером, потому что у меня, знаете, я, наверное, возьму немножко инфериума. Прям самую капельку. И прямо этот... Где у меня вот эти шарды лежат? По-моему, они у меня здесь лежат. Бенетонит. Да, они у меня здесь почему-то лежат. Незерак тоже пущай здесь лежит. Не хочу с ним разбираться. Магма есть. Магма зачем-то была нужна. И сделаю себе из алмазика. Из алмазика. Алмазиков мало. Вот эту штуку. Нет? Как делается Mystical Crystal, по-моему, он называется. Да. Infusion. Одна штучка. Чё, блин? А он не делается теперь, да? А как делается... А, вот так вот. Вот так вот. Все, все, все хорошо. Так, это мы можем. Распилить у нас до черта. Но нужен зеленый кристалл. Угу.
Киса, ты достала. Да, я знаю, все кошки так считают, что нужно обязательно мяукать. Но я не нашел в конфигурации Майнкрафта, как сделать так, чтобы кошки мяукали поменьше. Такс, а зачем я это хочу сделать? Спросите вы. А я хочу сделать себе фермунд нормальный. Так, делаем вот это. Забираем себе сразу много инфилиума. Откуда инфилиум, спросите вы? Ну, откуда? Из-под земли, конечно же. С форчином-то все хорошо бывает. Так, зеленый кристалл сделали. Из зеленого кристалла делаем... Какие штуки можно сделать? Но нам нужно вот это. И, по-моему, нам нужно таких два. Потому что пока у меня один кристалл апгрейдится, второй кристалл у меня... А так нельзя? Печалька. Придется разбирать инфилиум на запчасти. Это сюда. Шард пока сюда. И я был бы не Ваней, если бы я не попытался... Soul Bound, XP Boost. Неинтересно. А здесь... Что бы такое зачантить? Чтобы получить себе туда... Можно что? О, пятый Raider's Bane можно получить. Scavenger нет. Scavenger не хочу. Нет, ну можно. У него повесить Unbreaking, Mending и Vanishing. А мне предлагают Soul Bound и Reactive. Что ж ты будешь делать? Так, ладно, на меч что-нибудь можно повесить? Все, а на меч больше ничего не повесить. Ну, попробуем на броню посмотреть. Может быть, я еще что-то... I'm using Forns. Нет, Forns я не хочу. Curse of Bones. Что такое Curse of Bones? Шанс получить Bone Shield, если тебя ударили. Знаете, я, наверное, эту фигню хочу. Ну, по крайней мере, я хочу, чтобы эта фигня... Я не против того, чтобы эта фигня... висела у меня на броне. О, блессинг восьмой не повесил. Итак, I'm using Nature's Mint. Nature's Mint точно нет. Nature's Reactive. Rebounding. Я не помню, что такое rebounding. Rebounding. New attackers may find themselves... Ага, это если тебя ударят, тебя телепортируют твоих врагов. Это ужасно, особенно когда ты хочешь, чтобы... А я Feather Falling не повесил последний, как я мог. Вот. Если ты хочешь мочить эндерменов, которые должны сбегаться на тебя, это прям жесткая история. Вот, наконец-то. Первый unbreaking. Чпок. Второй unbreaking. Продолжаем чантить ботинки. Mana Regen 5. Mana Regen мне нужен, потому что я кастую вот эту вот. Нет. Хил я тоже кастую, кстати. Хил прям полезен. Хил прям полезен. Ну что, получится сделать еще один unbreaking? Хнык. Но лучший враг хорошего. Unbreaking 4 на камушек. Я думаю, что это прямо хорошая затея. Почему? На самом деле за инфилиумом я всегда могу сходить в подземелье. Почему? Я считаю, что достаточно. Вот этот будет красный, потом я этот починю и из этого тоже сделаю красный. Ну, я думаю, что будет норм. О, какая красота. Буду ли я выращивать Mystical Agricultures? Наверное, не знаю. Может быть, да. Какой кайф, а он почти не падает, не самое. Юзабилити лев 255. Взял стек. Юзабилити лев 254. Прямо вещь. Прямо вещь. Я, правда, не знаю, сколько мне нужно вот этой фигни. Но то, что у меня есть блоки инфилиума. Стоямба. Только не говорите, что есть какая-то очень смешная подстава. Любым кристаллом же можно, да? Любым? Нет, только зеленым. Нет, вот. Можно сделать Perdentium Infusion Crystal. Из самого... А, то есть можно себя апгрейдить. Все, я согласен. Если я проапгрейжу себя, получу ли я Perdentium Tertium? Не получу. По одной простой дурацкой причине.
Обидно, потому что я потерял весь тот апгрейдинг. И да, вот он прямо тратится теперь. Может, хотя бы один апгрейдинг повесить, но он как-то при апгрейде себя чинит. Почему бы и нет? Так, смотрим. По крайней мере, я сильно улучшил броню. Смотрим. Так, вот этот, да? Ага. Кристалл, пожалуйста. Тот, который... А где зеленый? Пердентиум. Infusion Crystal. Откуда вообще появился пердентиум? А старый остается. Как? Ладно. О, появились вот эти штучки. То есть все теперь совсем наоборот. У меня есть специальный кристалл для того, чтобы апгрейдить специальный кристалл. И что приятно, этот кристалл не тратит на алмазик. А зачем я алмазик потратил? Он глупый, Ваня. Во, 8 кусочков вот этой фигни. Мы делаем из синего хорошо задамаженного кристалла красный кристалл. Насколько я помню, красный кристалл не тратится. Кры, пожалуйста. А где синий кристалл? Вот синий кристалл. Красный кристалл 4096 узов. Да чё ж ты будешь делать? А, вот так вот делается Unlimited Uses. Угу. То есть, несмотря на то, что я считал, что мне, скорее всего, не потребуется никогда уже... Эвилкрафт мне очень сильно потребуется. Ну что, продолжаем эту дурацкую историю. Чтоб сюда такой повесить-то, а? Ладно, я думаю, что 2048 мне прям очень сильно и хорошо хватит. У меня есть вот этот вот почти не тратящийся инфюриумный кристалл. Я могу себе им наделать запасы. Инфюриум, пожалуйста. Запасы темно-зеленого порошка. А тут у нас, кстати, тут у нас еще инфириум остался. Это последнее место, где он у меня может быть. Инфириум. Нет, все. Весь инфириум я вытратил. Ну, ладненько. Наша задача сделать себе немножечко красного. Ну, и я думаю, что вот теми старыми кристаллами я это все красное себе сделаю. Видимо, придется майнить. И каким-то образом добывать больше инфириума. Хотя, в принципе, я знаю, как добывать инфириум. У меня есть затея, как это правильно сделать. Не то, чтобы у меня сейчас будет много. Я хотел больше. Я не ожидал такой подставы. Так, темно-зеленый. Давай. Ну, в общем, у меня есть 3 супремиум эссенса. Поздравьте меня. Провести 8 серий для того, чтобы заработать всего 3 Supremium Essence. Ну, на самом деле, ладно. Это фигня. Что мы делаем? Мы идем в наши штуковины. Кстати, надо проверить, что цветочки не попадают в хоппер. Цветочки попадают в хоппер. Дурацкая затея. Здесь много материала только по одной причине. Дайте-ка я по-другому сделаю, а? Я запихнул туда как можно больше. Такс. Ужас. Ужас. Хопперы. Ой-ё. Берем фермонт и делаем из фермонта правильный фермонт. Нет, Ваня, ты не будешь делать из фермонта правильный фермонт. Потому что, чтобы сделать правильный фермонт, тебе нужны... Правильные самые. Так, есть ли у меня хуя? Нет, вот хорн есть. Кстати, хорн. Каким-то образом можно было делать... Год трофи, handcrafted. Каким-то образом можно было чистить медь. Вот это должно быть почищено. Поэтому это барахло должно лежать где-то там, где я это замечу. Хуя, значит, лежит здесь. Вы не поверите, и ни одно хоя тут лежит. Тут у меня прям запас. Вот. Таким образом у меня появляется более клевая
Просто деревянный хо. Окей. Тяпка-культяпка. Чпок. Yeah. Так, дальше. Нужно здесь покрасивше сделать, потому что то, как у меня здесь было сделано, не позволяло мне видеть, как растут предметы. А еще я не знаю, что я хочу сделать. Но попробуем вот так. Что, он пустой? Если мы сюда... О, работает. Но я не увижу... Если я так оставлю, я не буду видеть, работает лепечка. Ох. Сложности, сложности. Штука. Штука. Палка-палка огуречек. Получился незервизард. Незервизер. Во. Ну, соответственно, если оно будет неправильно работать, мы об этом узнаем. Я просто буду видеть, что здесь у меня в хоппе, в, как он называется, в ящике будет цветочек вместо дерева. Вот. Supremium Fairmont всего лишь делает 1,3. То есть он добавляет 30% скорости. 30% скорости — это не то, что прям очень много. Но все же, несмотря на то, что у меня тут плохо. У меня тут плохо работает. Так, какие помпы бывают? Так, джумбатанк пока живет здесь. Ну, просто живет здесь. Какие бывают помпы для высасывания лавы? Спросите вы. Я, наверное, с лавой подожду. Потому что я принес уже немножко. Ее уже надо, пора бы поиспользовать. Поэтому... Мои хо живут. Поэтому что я делаю? Я делаю себе, наверное, комбашен. Нет. Thermal engine. Во. Я делаю себе вот такие. Они называются компрессион. Как? Так, давайте посмотрим, что бывает. Магматик. Магматик точно нет. Лава пока жарко. В эпидаре. Это работает на монетках, которые нужно специально делать в прессе. Это работает на ляписи и прочих камушках. У меня, кстати, очень много рубинов. Дизенчантмент работает на книжках. А это работает, только не говорите мне, что она работает на еде. Хм. Что нам надо? Коппер. Это фигня. Тин. Айрон. А сколько она будет давать с одной картухи? Вот у меня есть безразмерные запасы вот такой картухи. Сколько эта штука даст с одной картухи? 8 КРФ. А сколько вот эта штука мне даст с одного? 3 ойл. 100 тысяч РФ криозот. 20 тысяч РФ. Итак, одно ведро криозота. Это, между прочим, 3 картохи. Refined fuel. Ну да, криозот это. Криозот это полная фигня. Но даже несмотря на то, что это полная фигня, криозот-то куда-то девать надо. Вот этих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот этих. О, блин. Бронза, блин. 3 меди, 1 тин. Стоять. А у нас не было же вот этого рецепта. У нас не было вот этого рецепта. Хм. Да и тина тоже не было, потому что тин я, кажется, не плавил вообще. Никогда. Или... А, нет, плавил. Он у меня в этих самых блоках. Придется искать тин. Тин. Тин делается из платины. По крайней мере, по слову тин, платину можно найти. Да ладно, на самом деле. Чё я? Мелочусь. Вот. Бронзу можно сделать. Я там килн, понимаешь ли, поставил. Думаю, что у меня будет нужно плавить инвар. Инвар тоже делается таким же рецептом. Чё ты будешь делать? Или же бронзу нет. Из трех он делается. Вот эту бронз даст из трех. То есть я прям вообще ничего не теряю. Это, конечно, противно. Это не очень интересно. Thermal engine.
Сколько мне таких надо? Ну, парочку, наверное. Очень интересно. А почему у меня наггетов нет? Вообще нет. У меня было подозрение, что наггеты я каким-то образом где-то добываю. Вот этих вот товарищей надо куда-то деть. Они уже достали. Они тут размножаются и говорят «Ха!». А чем вот эти отличаются? А этот вилладжер — это кто? Я знаю, я переехал в другое место. И теперь мне плодят других вилладжеров. Это же другой биом. У меня здесь другие вилладжеры. Что вот с этим чуваком делать? Тут у меня просто полный ящик зимних вилладжеров. Где-то хранить, ладно, потом разберемся. Пока что мы делали шестеренки. Так, две шестеренки и опять Тхермал Енжин. Тхермал Енжин. Вот, теперь мы их можем себе сделать. Пинк. Пинк. А что нам вообще в термале дают? У нас же наверняка есть термал. Механизм. Термал Сирис. А, блин. Это я сделал. Машин фрейм надо сделать, да? Давайте сделаем. Это экструдер. А он делается. Ага, экструдер надо сделать. Ну-кась. Экструдер. Что он делает? По-моему, он что-то полезное делает. Константам. Я боюсь, что я знаю, как делается константан. А вот и нет, Ванечка, коппер-никель. Константан так просто не делается. Поэтому берешь ты коппер, ты берешь никель. Не все так просто. Это хорошо. Ты берешь все, что тебе нужно, у тебя есть. Кстати, эта печка горит? Да, эта печка горит. Берешь вот это. И вот зачем нужен был килн. Не просто так я его строил. Так, окей. Что еще нам тут предлагают? Аквиус-аккумулятор. Интересная машина, но ненужная. Аккумулятор, да. Так, это я могу. Мне нужно много вот таких, причем я боюсь, мне их нужно стек. Это правда на все время, но стек таких штучек нужен. Вот. Я, в общем, делаю все остальные машины. Нусь, да. Что там еще надо? Нам нужно сделать инжаржетик инфьюзер. Кстати, может быть полезная штука. Я вот это делал. А нам нужно сделать вакуумулятор. Кстати, вакуумулятор потребуется. И он делается легко и непринужденно. И нам нужен, собственно, вот этот Игниус экструдер. Также Tinkerer's Workbench. Я даже знаю, что это за штука. Это заряжатор. Alchemical Extender. Из люмиума. Люмиум делается... Вот люмиум я так просто не заплавлю. Люмиум придется плавить в специальном фернесе, который плавит три штучки. Сигналом тоже так просто не заплавлю, потому что сигналом делается еще из редстона. Ладно, что получится, то делаем. Эта машинка, пока пущай стоит здесь, позволяет заряжать предметы. А если положить сюда какой-то предмет, в который можно втыкать всякие разные полезности, он еще позволяет его модифицировать и жижу в него заливать, и вообще делать разные полезные штуки. Очень интересно. Ну, да, инвар пригодится. Инвар делается прямо легко из никеля. Штуковина. Давайте, кстати, на нее внимательно посмотрим. Дается мне, что у нее есть хорошие рецепты. Штука. Что из тебя можно делать? Как сделать из тебя обсидиан? Нет, Blackstone. То есть это просто тупо кобальт-генератор. Deep Slate можно делать, если поместить его на магмоблок. Просто Stone, Basalt.
Кобол. Это Каблоген. Хнык. Мне же нужен, на самом деле, придется все-таки, наверное, сделать чиллер. Вот такой. Во-первых, меня просили сделать вот эту штуку. И тингеров мне, наверное, нужно сделать... Ой, какой у меня смешной тин есть. Тингеров придется сделать много. Так. Вложили в карман. Получили ачивку. Сделали себе... лед у меня точно есть. Инварные шестерни у меня точно есть. Это что такое? Гербушинг. Какая штуковина. Инварные шестерни у меня есть. Лед у меня... Какой пакт нужен, да? Айс, пожалуйста. Пакт. Нет, пакт. У меня еще где-то был драй айс. Что, мало льда. Я думаю, у меня его сильно больше. Чиллер. Мы будем чилить. Ню, ачивка. Вот. Куда бы его присобачить? Его нужно присобачить куда-то, где есть энергия. А для того, чтобы его присобачить туда, где есть энергия, мы, наверное, поставим его сюда, поставим к нему вот этот штуковин. Хорошо поставилось. Молодец, умница. А как бы тебя поставить так, чтобы ты... Ты ставишься мне в лицо. Тогда мы тебя ставим вот так. Во! Это Blast Chiller. Познакомьтесь. Что с ним можно делать? Можно взять лаву. Можно взять вот ту дурацкую трубу. Тут как раз много... стоп! Можно даже этого не делать. Чпок. Сказать ему, что configuration сверху принимать. Автоматически принимать. И он начал принимать в себя лаву. По крайней мере, он делает вид, что все ок. А сюда выпихивать. И автоматически выпихивать. И если я где-нибудь найду сундук, и установлю его сюда, все будет хорошо. Далее, у меня есть банка криозота, пока еще полная. Если мы поставим ее к машине, скажем, машине, а машина так не умеет. Машину можно аугменты втыкать. Вот. Соответственно, именно поэтому мне нужны вот эти дурацкие пипизы. Одного пипиза мне как раз хватит. Я думаю, что как-то... Нет, они тут соединятся. Вот так тогда. Во. И я не помню, этим машинам надо... как это называется? Где мой ключ? Редстонный сигнал. Нет, им не нужен редстонный сигнал, потому что они управляются... В общем, все началось. Они управляются через вот эту кнопку. Вот. У меня происходит blast chilling. И сюда будет поступать чистый обсидиан. Между прочим, круто. Между прочим, мне все нравится. Продолжим делать... Ну, или, наверное, собрать листы. Что дают? Что дали? Тингер. Ну, ладно. Тингеры нужно сразу же потратить. А что вот за это дают? Рандом ревард. Дайте мне рандом ревард. Где ревард-то? Все. Экспу. Я так мучился. Мне дали экспу. Что-то здесь не то с этими ревардами. А как ее забрать? Конвейер items from liquid and the results and bespawn egg recipe. It can create bespawn egg. Можно B делать. Ну, в общем, да. Первый обсидиан пошел. Что-то мне как-то ничего не дали. Нет, ну это понятно, куда пойдет. Это на коробочку пойдет. Коробочки полезные. Я расстроен. Вот эта штука может быть интересная. Заряжатор. Это в чистом виде заряжатор. И все. То есть сюда кладутся разнообразные детальки. И они в нем заряжаются. Ну, как-то так. Вот этой оставим пока здесь. Пущай работает. На самом деле, пущай тратит криозот. Обсидианчик. Ты ж смотри. С Игниус экструдером. У него нету энергии. Он не тратит на энергию. Тинкерер с Варгбенча ее тратит на заряжание. Этот добывает воду. Этот в аккумулятор.
Что сюда можно аргументы доставить? Но я не думаю, что я буду пользоваться аккумулятором. Где-то вон там у меня вход. А вот там вот, в пустом месте, у меня будет мобграйндер. Надо его восстановить. Так, вау, пошла. Но мы начали совсем не лавой заниматься. Мы же сделали себе старбунква. Поэтому из мода Create нам нужен пумп. Нет. Хозе. Нет. Из мода Create. Фига себе у вас тут всего. А у нас отключили Create? Где крейтовские детальки? Ах ты ж, зараза. А где, собственно, сам Create? Погодямба. Коппер. Танк. Нет. Дарк танк. Есть танки, содержащие в себе коппер. А был же Create. Но есть же вот этот вот рецепт. Вот есть вот такая штука. Она делается. Есть вот такая штука. Она тоже делается, если у тебя эндезит, конечно, есть. Но у тебя же есть эндезит. Ваня, у тебя есть эндезит. Я проверял. Этот эндезит, правда, выглядит как... Нет, это руда. Диорит. А если у меня диорит? Я собирал некоторое количество. Правда, мало. Окей. Ладно. А кобл? Ага, а кобл у меня сложен в вот такие вот блоки. Это блок блоков кобла, а это блок кобла. Ну, возьмем вот этот, разберем вот этот. Это немного будет кобла. Возьмем один вот этот. И разберем вот этот. Это будет побольше кобла. Бубух. Вот. Так, что-то мне не хватает на самом деле в этом сетапе. Мне не хватает столика. Мне не хватает столика, и мне не хватает Нет, не кукинг. Как же он назывался? Там такая доска. Борт она называлась. Да, вот она. Ее мне тоже очень не хватает, потому что не всегда хочется залазить в эти штуки и что-то крафтить там. Андезит. Андезю. Он андезил, андезит и андезить будет. Чпок. Вот. Теперь у меня куча андезита. Теперь я могу... А это единственный вариант. Цинк можно использовать для андезита вместо железа. Цинк у меня есть. Ну, цинк у меня в руде. Или же у меня есть поплавленный цинк? Да, цинк у меня есть. Он даже хорошо. И, наверное, даже пару. Сколько у меня? Раз, два. Два стека цинковых наггетов, пожалуйста. Чпок. Пинь-пинь. Пинь-пинь. Раз. Два. Что-то как-то очень мало получилось. Ну ладно. Шестеренки. 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 Так, из шестеренки делаем, да? Дело в том, что в Незере нельзя течь водою. А из-за того, что нельзя течь... Ух ты, какая штука! Это брас. Брас мы умеем делать. Из-за того, что нельзя течь водою, мы не можем сделать нормальные человеческие, эти самые, как он называется-то, в общем, добычу крутящего момента. Так, мне нужно вот это. Это делается из планков. Планки-то есть? Ну, есть. Вот. Теперь мы вот это и вот это соединяем. И смотрите, смотрите, какая красотища. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Оно работает. Так, ну хорошо. Оно у нас Ars Crea.
Mod create. Еще раз. Ну, это mod create. А где все машины из create? Нет, какие-то машины из create есть. Очень странные машины из create. Например, heatpipe. Boiler heater. А где вот эти вот шестеренки? Должны же быть шестеренки. Ну нельзя, чтобы не было шестеренок. Да, реально, нету рецептов креата. Что делать? Вот так вот рецепты креата есть? Нет, так рецептов креата нету. Тоже нету, да? Может быть... А, нет, вот рецепты креата. Все, вижу. Верните. Они на последней страничке. Вот оно как делается. Мне нужно все то же самое. А как маленькую шестеренку сделать? Вот эту. Блин. Мне вот таких нужно. Причем мне их нужно... Дайте планки. Мне таких нужно немножко. Дайте, кстати, потратим лишние планки. Хотя у меня все время будут получаться планки лишние. Так-с. Мне нужно взять коппер. Насколько я понимаю, я не помню, нужно либо так, либо так. Мне нужно взять логи. Логи. Ну, давайте вот эти. По логам. Пройтись. О, кстати, как удобно, когда паук лечит. Нет, не так пройтись. Вот так пройтись. И я не помню, то ли копернагетом? Нет, значит, настоящим копером. Потыкаться в них. Вот из этих штуковин уже что-то можно производить. Нет, не спаут нужен. Нужен хозен пули. Ага, копер. Ага, инженер Хаммер. Так, мы начинаем новую часть нашего развлекательного шоу под названием The Enchanted Hammer. Фишка в том, что Хаммер портится. Ну вот. Ну вот. Хаммер будет портиться. Кстати, а если мы можем, то не хотим ли мы кристалл заинчантить еще себе красненький? Вот, он же... Я же его потрачу, в конце концов, когда-нибудь. Вдруг... Нет. Нет, Ваня. Придется тебе брать дурацкие книжки и чантить дурацкие книжки. Благо, что у тебя их где-то было. Фига себе, на молоток можно повесить эфишенси. Я не знаю, что это даст, но пущай будет. Мужик, у меня молоток с эфишенси. Ты не по делу. Смотри. Вот. Это значит что? Это значит нельзя. Тупица. С молотком прям хорошо получилось. Ай. Прям быстро. Unbreaking 8. Efficiency 1. Зачем молотку Efficiency? Так, книжки. Куда бы деть лишние невнятные бесполезные книжки? Но на самом деле это хорошая книжка. Она люр. Это для удочки. Хотя удочку я, наверное, могу и сам зачантить. Ну ладно, пущай будет. Так, продолжаем разговор. Нам нужны маленькие, дурацкие медные пластинки. Медные ножнички. Офигеть. О! Сделали. Из этой штучки нам нужно сделать хозпулей. Сделали. Из вот этой, по-моему, штучки мы можем сделать себе fluid pipe. Пущай будет. И из вот этой штучки одной мы можем себе сделать mechanical pump. Угу. Во, получилось. Так, из вот этой штучки могу сделать себе кранк. Это не тот кранк.
Это не те кранки. По-моему, он делается из вот этой штуки, но я буду его долго искать. Нашел. Руковорот. Взяли. Итак, у меня есть... Ну, пусть флюид-пайпы будут. Не так уж это плохо, когда они у тебя есть. У меня есть хоз пулей, у меня есть mechanical pump, у меня есть старбанкл для всяческих издевательств. И можно идти в нейзер. Да. Так. А для того, чтобы пойти в нейзер, мне нужен еще один свободный сингулярити танк. Один я трачу. У меня же было два их. Куда я второй делал? Вот будет обидно, когда моб-грандинг у Тилс опять сломается. Мне все отключат. А, мне нужна лава. И все. И я останусь без... Так, это не та лава. Это не та лава. Я хотел сюда куда-то. Можно же здесь? Отдайте камушек. Спасибо. Камушек идет сюда. Сюда встает вот эта штуковина. Я с обоих сторон... Не это. Вот эта штуковина. Что у нее вообще есть? У нее есть, куда к ней подключить кранк. О, опускается. Опускается. Красота. Не видно нифига. Но будем считать, что мы ее туда зафигачили. Вот. А трубы, наверное, я с собой возьмем. Возьмем. Сюда идет одна труба для того, чтобы было удобно. Дальше идет помпа, которую будет крутить. А почему я такой голодный? А, ну я знаю, почему голодный. Я ж только что крутил штуку. Так, сюда идет шестеренка. Допустим... А, хорошо, шестеренка пришла. А, сюда идет шестеренка. Под шестеренкой, наверное... Ой, страшно. Нельзя так делать. Сейчас газ прилетит, и вся моя лава-спасательная операция превратится в тыкву. Ну, допустим. Сюда идет сингулярити танк. И сюда идет сингулярити танк. Пинг-пинг. Вау. И сюда у нас идет старбункл. Одна штука. Что-то происходит... А мне за какой-то квест, за то, что я вообще начал играть в крейт, должны были дать молоток крейтовский. Да, ты ж смотри, он есть. Чпок. Лава-то течет. Лава-то течет. А главное, она не тратится. Молодец, старбункл. Не сделать ли мне какую-нибудь через... Этот самый, как он называется? Через гендертанк. Не знаю. Ну ладно. Теперь нам придется тут немножечко понять. Ну, я, наверное, здесь. Да. Вот. Уходим из лавы. Лава у нас будет. С лавой теперь проблем нету. Хоп, пожалуйста. Ну, теперь самое время поиграть в то, ради чего вообще все это затевалось. А именно в Эвилкрафт. А нет, не в Эвилкрафт, Ваня, не в Эвилкрафт. У тебя, во-первых, только-только начат Арс. Кстати, что-нибудь нам тут дадут? Вот что дали? По-моему, ваш рендом это как бы... Я тебе ничего не дам. А я хотел бы какое-нибудь, что-нибудь такое. Ух, чтоб было. Ну ладно. Of the power. Механизм. Basic кабель. А я знаю, откуда механизм. Basic кабель. Я знаю... О, кстати, мне дали алой. Это очень неплохо. Потому что он мне прям потребуется. Мне одна штучка алоя нужна будет. Для чего? Электричество производить. Мне за какую-то награду дали здесь Transferring Power. Нет. За какую? За что-то. Нет, мне за механизм дали. За механизм дали эту самую. О, осмий надо жарить. Кабель.
А за кабель дали другую награду. Extreme Reactors. Да, кстати, Extreme Reactors. Во-первых, я пожарился, ну, получил книжку. А во-вторых, я сделал себе графит-бары. Нажарил. Так, что дали? Enchantment Book. Хорошо, хорошо. Enchantment Book, это мы видели. Это мы не знаем, что с ними делать. У меня тут все плохо. Что за Enchantment Book? Blessing. Ага, Blessing. Спасибо. Следующая история. Реактор кейсинги. Я вообще раздумывал, что не сделать ли мне реактор. Где книжка про реакторы? Только не говорите, что я отказался от этой затеи. Книжки про реакторы нету, значит, она у меня где-то здесь. Или, скорее всего, в одном из рюкзаков. Вот она, книжка про реактор. Посмотрите, какой прекрасный реактор мне предлагают сделать. Вот, про модераторы мне вообще ничего не пишут. Говорят, ну, знаете, там текст стоит, поэтому F3H нажмите, вот это все. Думаю, нет, вот. Your first reactor. Сделайте себе вот эту штуку, говорят. Это очень полезно. Кстати, если честно, графита немножко нажарена. Графайт. Нажарен, можно сделать себе. Он дорогой, зараза. Честно-честно. Реактор кейсингов. Ну, допустим, он будет 3 на 3. Нам с 4 графитов дают один реактор кейсинг, кстати. Он будет 3 на 3, то есть 5 на 5, 25, 50. И высотой 3, 10, 16. 16 натрия. Мало я поплавил графит баров. Поэтому все-таки, учитывая, что с обсидианом вопрос решен. Берем печки, превращаем наши замечательные дорогие печки в печки получше. Пинг, пинг, пинг. Дальше. Печки получше. Понятно. А еще лучше можно, а еще лучше тоже можно. Но нужен лазимодиум. Так что это все, что у меня может получиться. Окей. У печек есть на самом деле гениуп. Нет, стон-генератор. Я хотел бы такую штуковину себе. Флюкс-генератор. С Power IO модуля. Что такое флюкс-генератор? А, это реакторы, работающие на газу. Не буду в них играть. Так, печки. Из Iron Furnaces. Значит, можно взять слово фу-р. У меня есть спид. А еще у них есть генератор. Смокинг, бластинг. Вот, наверное, бластинг я один возьму. Более того, что у меня есть бластинг. И возьму аугмент генератор. Что-то у меня нифига нету. Да, вранье, все у меня есть. Чпок. Один вот этот генератор. Он превращает печку в генератор. Это, конечно, пожирание того самого. Может, кабель еще взять? У меня же есть тут кабель. Вот. 9 кусочков Ultimate Universal кабеля. Ну, ладно. Чё бы и нет. Также нужны часы. Вот вопрос. Какие часы мне нужны? Давайте возьмем Sophisticated и посмотрим, что нам там предлагали в квестах. Нам предлагали сделать апгрейд. Или нам предлагали проапгрейдить чест. Ой-ё, сколько всего можно с часов сделать. Но я помню, что sophisticated часы делаются вот так. И он становится sophisticated. Нет? Да. Quest completed vanilla chest. Это же оно? Нет. Говорят, сделайте себе апгрейд. Хорошо. Как делается апгрейд? Shulker box можно сделать sophisticated. Нет, ничего интересного у нас не получится. Таким образом, судя по всему, нужно взять планк. Ну, апгрейды же делаются обычно из планков. Взять один планк и соединить его каким-то образом в руках с факелом. Забавно. С палочками.
Не угадал. Чпок. Во. Так, соответственно, теперь если я поставлю чест на землю, и то он станет софистикейтедом. А я... Фига себе, я тут дырки, понимаешь ли, проковыриваю. Кстати, если вот эти штучки соединить, то найдите 10 отличий. А эти-то самые раздолбанные. А если эти штучки соединить, то найдите 10 отличий. Такс. Sophisticated часты есть. Раз, два. Нет. Мне нужно... А мне два как раз и надо. Все, расслабляем булки, оставляем как есть. Делаем его железным. А можно его серебряным сделать, вот так, чтобы был дешевый рецепт по железу? Я боюсь, что нет. Такс. Ну, как-то так. А нужен ли он мне один, или мне их нужно два? Мне их нужно два. Потому что я буду как класть что-то в печку, так и вытаскивать что-то из печки. Итак, печки и кабели. Ну, допустим, здесь кабель идет по стене как-то вот так. К нему подсоединяются печки. Две из них являются... Кстати, айрон-часты. Открываются под печкой. И сюда чпок, и чпок. Вот. Эта штуковина становится у нас генератором. Фернанс. Обсидиан Фернанс. А это что такое? Очень интересно. Но эта штука становится генератор. И теперь она генерирует электричество себе в попу. А она, кстати, может сама забирать. Это интересно. Тут, кстати, чистенько. Но штуковины все равно не успевают производить дерево. Так, чтобы, видимо, надо ставить по два хоппера. Бота, не пота. Но зато у нас есть все. Все, что только нужно, у нас есть. А, столик далеко стоит. Пинг. Такс. Ну, это сюда. Ты начинай потихонечку генерировать электричество, а те печки, пущай, потихонечку начнут получать. А, мне нужны их апгрейды. Кстати, были же где-то их апгрейды. Вот. Апгрейды у них станут вот такие. Мы им всем дадим по экономии угля. Да, они могут по экономии угля. Они становятся вот такими печками, и они начинают... Чё не так? А, я знаю, чё не так. Это неправильный кабель. То есть кабель-то, конечно, правильный. Но мне нужно сделать из... О, кстати, мне нужно забрать. Чё дали? Мне дали замечательную пустоту. И еще один варплейт. Варплейты — это полезно. Они пока... О, еще два варплейта. Где у меня, кстати, варплейты жили? У меня где-то жили варплейты. Да, вот они живут. Можем смело телепортаться. Хорошо, продолжаем разговор. Если я хочу, а я хочу продолжить механизм, как-то я странно в механизм ворвался, неожиданно. О, create. Андезитик, кстати, полезно. И это полезно. А за эти дадут? Да, и за эти дадут. Но ревард. Окей. За конвейер белт. Но ревард. Но я же сделал что-то полезное. Я же сделал что-то медное. Но, видимо, их это не интересует. А тут я что сделал? А, ладно. Вау! Это, кстати, это хорошо. Это да, это да. А еще одного Вилдена дали. Fertilizer Essence, да, хочу. Вот это, наверное, больше не хочу. Горшочек не вари. Вот это пока не вари. Mystical Enlightenment. А что такое Mystical Enlightenment? Enter Dragon and Wither will drop Cognized Dust. Вот это меня, наверное, интересует. Так, это полезно. Потом разберемся. Вот это тоже очень полезно. Потому что это резко делает вот эту штуку. Сначала к
красненькой, а потом железненькой. Пинг, пинг. А, это компресс данным, который у меня с собой был. Это Studio Repair Kit, который у меня есть. Augment Blasting. Блок в Чаркова мне нужен. Эта фигня не работает. Поэтому, если та фигня не работает, ну, что делать? Energy интерфейса 2. Импортер Energy 1. Батарейка, конечно, тоже интересна. Кстати, может быть, здесь имеет смысл тут на батарейке это все дело поставить. Но пока это просто переплавочная. Тут ничего интересного я не собираюсь делать. С энергиями мы будем разбираться чуть позже. Так, и это импортер из этой штуки. Вот так. А она, кстати, жгет уголь, когда ей уже не надо? Или она не жгет уголь, когда ей уже не надо? Хороший вопрос. Так, вот это будет еще и Blasting Upgrade. А вообще я люблю Blasting Upgrade. Кстати. Прикольно. Я так мало путешествовал по пещерам, что у меня нету второй Blast-печки. Я нашел только одно место, где... Только одно место, где жила... Как это называется там? В общем, там, где может встретиться мимик. Так, это барахло очень ценное для нас. Но мы его, наверное, пока пихнем сюда. Genius Extruder потом пригодится. Что мы будем платить? Плавить. Есть ли у нас осмий? Осм. А у нас есть осмий? Очень интересно. Ладно. Но хорошо. А какие у нас вообще есть роу-оресы? У нас дофига роу-платины. А, стоп. Не туда лезу. Все лежит в сундуке с... В данке с... Что бы такое пожарить? Юрениум надо пожарить. Ну, во-первых, точно железо. И, пожалуйста, сплит. Ты тоже сплит. Ну чё? Энергию... Ну, вроде как бы мы что-то поддерживаем потихонечку. Может быть, этой штуке нужно побольше. Так, и ты это, output. Нет, ты output. Input разрешен, output разрешен. И ты тоже. Input on, output on. Они у вас правильно по умолчанию настроены. Я боюсь, что у меня есть небольшая... Плавит быстро. Небольшая проблема. Заключающаяся в том, что у меня сейчас электричества не хватит на все. Ну, то есть уголь кончится. Потому что эта штука-то уже начала бы подтрачивать. А куда? А почему? Я же решил. Bottom output. Можно. Почему ты не выпихиваешь? Вот эта хрень выпихивает, а ты что не выпихиваешь? Сундук, что ли, не нравится? Интересное кино. Вот автоинпут она делает. Кажется. Нет, кажется, я вру. А, во-во-во. О, она пакетами это фигачит. Ну, кстати, разумно. Это экономит скорость. Это экономит мой компьютер. Ой, копирор надо разобрать. Но я разберу копирор. Блок оф роу алюминиум. Блок оф роу осмиум. Да. Роу осмиум, пожалуйста. У нас есть. И тин. Тоже, наверное, тоже нужен. Вот. Как-то вроде фигня фигней. А ты ж смотри, какая переплавка. И надо действительно, что ли, тебя это научить пользоваться углем. Энергия-то... Да, энергия кончилась. А если у нас кончилась энергия... то будет очень сложно, я думаю, поставить сюда Combustion Energy, сам Combustion Engine. Вот. Кстати, Combustion Engine прямо-таки... Чё, лава кончилась? 126 ведер. Ты чё? Чиль. Кстати, её надо разогнать. Ускорить, в смысле. Ну ладно, на самом деле. Я же не все время плавлю. А пока я не плавлю, она будет заряжаться. Еще немножко усмею. Чпок. Итак, что далее?
А, да, во, вот эти штуки. Что-нибудь сам. Вот эти-то надо сделать. Что я? Это я могу. Правда, Golden Gear. Дальше, если я захочу пробредить эту штуку дальше, мне нужен сигналом. А с сигналом, электром-то есть, а с сигналом у меня проблема. То есть мне нужно строить всю инфраструктуру Фермала. Так. Тебя ускорить. Тебя тоже ускорить. Работай, штучка. Хнык. Ну и какие-то специальные ускорители я туда добавлять не буду, несмотря на то, что в сборке есть термал экстра. Это вот эти драконик. Это вот такие драконики. Изрезано-то. А стоять. А что можно изрезано-то сделать? Только драконик, да? 6, 4. Драконики делаются из драконовой стали, которая делается расплавлением драконик Дастен, на который нужен драконик Бреф. Кстати, стоять. Как делается драконик Бреф? Из драконик предикшена и Natural Altarian Fusion. Ботлет Darkness. Дрэгон Бреф. Трансмутейшн. Может быть. Хорошая затея. Можно ли это пробредить? Нет. А есть Стеллар? Нет. На удивление, нет даже Стеллара для Эндерайо. То есть Эндерайо какой-то пришибленный. Плавят. Ну, этой энергии не хватает, а этой энергии хватает пока что. А это сволочь это тратит уголь. Ладно, продолжаем разговор. Я хотел помолиться. Для того, чтобы помолиться, мне нужна Арс Экклезия, которую я куда-то запихнул. Арс Экклезия была у меня в руках, значит, она у меня в рюкзаке. Это рюкзак. Я переехал с двумя рюкзаками. Все вот это развернуто из вот этих двух рюкзаков. Кстати, из наград дали неплохой обсидиан пэкэкс. А если мне дали неплохой пэкэкс, отдай-ка я посмотрю, а вдруг у меня уже пора. Вдруг у меня получится. Мне нужен Savager. Savager. Savager меня, ну, нужен апгрейд магнит. Апгрейд магнит делается из-за авзимодиума. Так, Savager закрыт авзимодиумом. Кстати, насчет авзимодиума. Вы не поверите. В принципе, авзимодиум мне уже доступен, если я посмотрю, где у меня этот компас лежит. Ай. О, вот эти штуки еще есть. Light Gray, Hopper, Botany Pot. А что это у меня здесь лежит? Я здесь должен лежать был. А это значит, что он шикарно у меня встанет вот сюда, вот за... О, встанет же. А тут живет Незерворд. Этот Hopper, Botany Pot — это награда. Что у нас тут? Черная и розовая краска, синяя и рыжая. Фигня, морква. Тут я пытаюсь понять, меня интересует флакс из Silent Gear, или меня интересует флакс, или у меня тут два одинаковых флакса. А, да, точно, я вот сравниваю вот этот флакс вот с этим флаксом. Мне кажется, что Silent Gear-овский флакс намного более круче, чем суплементариев. Единственное, что... Ага, нет, не круче. Тут нужно две штучки на одну ниточку, а тут нужна одна штучка на одну ниточку. Вот этот флакс получше будет. Но тут дают еще синюю краску. Честно-честно. Очень синюю. Но мало. Во, что нужно сделать. Perform the chant. Для начала мне нужно сделать габлет. Габлет — это габлет. Ну, game of life. О, кстати, вот как бы мне вот этот гем поиметь. Так, это последнее мое золото, то есть через некоторое время. Стоямба. Чпок. А я же могу себе сделать. Для этого мне нужен еще один трейдинг стейшн. Трейдинг стейшн, пожалуйста. А он не так называется. А как вот та шапка? А, та шапочка падает в данжах. Традер, оно называется. Хорошо. Традер, пожалуйста. Эй. Отвисни. Традер. Вот этот. Меня вот этот интересует. Дальше. Меня интересует компьютер. Меня интересует вот этот. Он делается из вот такого. Это-то я себе позволить могу.
Я столько тут разрушил всяких зданий, что у меня white stained glass-то есть. И этот я могу себе позволить. Стоп, это был дешевле крафт. Или не очень? Ну, фигня. Вот, берем advanced computer. Вот. Пацаны. Я думаю, что северные пацаны не справятся. Справятся только южные пацаны. Куда южных пацанов, кстати, девать? Наверное, надо перестать их размножать. Кстати, одна вот эта штука размножает их столько, что нужно два отдыхатора. Так, ну ладно. Что дают? Периферил конфиг. Чатбокс нет. Монитор. Ну, давайте так. И, мужик, вот вопрос. Ты теперь у нас помечен, как? Да, ты идешь сюда. Ты идешь... Да. Ты идешь сюда. А еще у меня есть... А еще у меня где-то есть дополнительные wooden crate. И мне не обязательно во всякие другие крейты распихивать моих странных пацанов, которых я уже успел, по-моему, куда-то пихнуть. А куда я их успел пихнуть? Ну, ладно. Разберемся. Вот он. Вот. И они будут жить у меня в крейтах. Джик, может быть, уже достаточно. Так, ну, здесь надолго. Брюинг, кстати. Брюинг. Но нет. Это сделали. Теперь нам нужно животное. Киса. Такс, меч есть. Есть. Готово. Кровища налито. Так, теперь нам нужно сказать сюда... что нам нужно сказать? Глаз, нос, глаз. Глаз, нос, глаз. Blood for the Dark One. Это значит, у меня есть новая молитва. Elder Statue нужно делать. Elder Statue нужно делать. Из стона. Как делается Unholy Symbol? Или Holy Symbol? А пофиг, какой символ делать. О, Time Ritual. На самом деле, Sanguine Items. На самом деле, этот едовон стал реально крутой. Rare Flora. Ножик. Афайм. А зачем нужен Афайм? Маррамер Рут превращается в Маррамер Резин. Может быть. Но сейчас меня больше интересует, как сделать, собственно, вот эту вот штуковинку. Ресерчинг пока еще не готов, говорят. Так, где штуковинка? Символ нужен. Архангел сайт. The National that gets you granted. Так, не рестаргет. When Warner. Ага. Это самонаводящиеся стрелы. А может быть Shift-клик? Ctrl-клик? Ctrl-клик. Нет, Ctrl-клик нас вывел обратно. Глаз-нос. Глаз перевернутый нос. А на что это нужно сделать? On Pewter Inlay. You be transfigured. Ага. Мне нужно взять Inlay. Приготовить молитву глазносную. Глаз-нос. Приготовили. Швырнуть Inlay. И кастануть ее. Магнит. Чё ты будешь делать? Ладно. Inlay. Глазносная молитва. Я его почему-то подобрал. Вот. Тем временем у нас произошло чудо. Друг спас жизнь друга. Я его... Один алмазик. За два монитора. А где, кстати, брать палочки теперь? А вон палочки. Вот, продать палочек.
Ребята, я принес вам палочки. Я знаю, вы плотно сидите на палочках. Я не знаю, куда вы их себе там деваете, но платите вы за них неплохо. Так, вот эти штуки, пожалуйста. Что дальше дают? Адванс компьютеры дают. Хорошо. Купим адванс компьютеры. Купим адванс компьютеры. Почему бы нет? Дерево у меня было до черта. Кстати, наверное, нужно продолжить выращивать. Вот это вот прекрасное... Надо две. Прекраснейшее дерево из Integrated Dynamics. Ребята, мне нужны... А вам нужны палочки? Нет, счастья не произошло. Ну, давай мониторы тоже возьмем. Давай. Крути свою магию. Так, чанг контроллеры. Environment Turtle. А, пусть все будут. Хотя столько тертлов нам не надо. Но environment turtle делается из тертла. Тертл делается из авзимодиума. Ха-ха. Шах и мат! Шах и мат! Авторы модпака со своим гректехом. Я вас сделал! У меня есть черепах. А тут еще и environment detector есть внутри черепай. Стоять! А нет ли такого чувака, который покупает... То есть мне нужны бы... Я тут вообще... У меня тут такая формоза начнется. Тут же в три конца можно прибыль делать. Покупаешь черепаху, вытаскиваешь из нее вот это вот... То, что не должно быть в черепахе. И вот оно счастье. И вот оно счастье. Как эта штука делается? Эта штука делается из периферии кейсинга, который фигня, но для него нужно... Ну, в общем, да, наверное. Вот. У меня есть 4 черепахи. Этого мне достаточно. Более того, если вы совершенно вдруг не в курсе, черепаха золотая от незолотой, черт, они не стыкаются, отличается тем, что у золотой текстовый редактор цветной. Как желтенькая черепашка делается? А она не делается. Хнык. Это не очень приятно. Но я думаю, что... А, ладно, пусть там живут. Я думаю, что мы что-нибудь с ней сделаем. Так-с, дальше. Я хотел себе сделать правильный фигур из вот этой штуки. Нет, не такой. Не такой. Мне нужен Stone, Smooth Stone и Golden Lay. Вот. А с Golden Lay'ами у меня, собственно, проблема. Golden Lay нету. Что там, кто там? Кто-то хочет что-то мне продать? Ладно. Нужно найти хорошее место. Мне для этого нужен один низерак. Низерак. Один колдрон. Колдрон. А как он пишется? Он пишется еидалон. Он крусибл. И один синк. А синк у меня в кармане. Синк у меня вот он. Нужно как-то это красиво все расположить. Как бы это все расположить так, чтобы реально было красиво. Учитывая, что... Высота пола. Единичка. Хнык. Но это не самое страшное, что может быть. Самое приятное, что может быть в нашем мире, это то, что... Верните черепаху. Это то, что... А теперь не нужно мешать палкой в котле. Вот, у нас все происходит самостоятельно. То есть в котел нужно просто бросать. Всяк стоять. Нужно всякое бросать. Соответственно, вот черепаха. Вот ее синк. Черепаха стоит не туда носом.
А с шифтом черепаха будет стать правильно носом? Нет. Ну, ладно. Черепаха стоит и смотрит в синк. У черепахи в кармане есть ведро. А сколько там надо было, по-моему? Сколько шардов у меня есть? Шарды были нужны. Шарды. Стек шардов есть. Штек шардов. О, сколько разных. Разнообразных. Так, два редстона, один шард, два золота. Давайте. Редстон. Редстон. У меня нет редстона. Я куда... А, нет. У меня есть редстон. Я куда-то дел весь свой редстон. Эй, штука, верни. Вопрос, где брать золото? Вот это хороший вопрос. Раз, два. Вот. Я думаю, что черепаха сама справится. А еще можно взять вакуумулятор. Мне очень далеко эту штуку располагать не надо. Достаточно поставить его как раз рядышком с этим самым котлом. Единственное, что вакуумулятору нужно как-то настроить фильтр. Нет, фермал еще не умеет показывать, какие именно апгрейды суются в аккумулятор. Вот, поэтому придется искать апгрейды вручную. Где у нас список апгрейдов? Вот у нас список апгрейдов. Я думаю, что это он. Фига себе. Soul Infused Enchantment. Нет, вот он. Нужен Tin Nugget. Раз, два. Чпок. Немножко не та штучка оказалась. У меня нету сигналом. Хнык. Ну, видимо, я попал. Я должен сделать себе термал овен. Да, термал овен. Нет, это пировайзер. Он смелтер. Индукшн смелтер, пожалуйста. Ах. Заставляю делать всякую фигню. Так, и пока у меня то, что у меня в карманах, надо это отдать черепахеру. Два редстоуна, один шард. Подождать золото. Вот. Единственное, что сейчас нужно как-то понять, сколько времени нужно давать этой штуке. И как сделать так, чтобы в аккумулятор не стырил то, что эта штука делает. Вопрос. Зачем в аккумулятору hardened integral компонент? Никто никогда не ответит вам на такой дурацкий вопрос. Энергии, наверное, мне много не надо будет. Хотя можно подключиться здесь. Много же эта штука не съест. Я надеюсь. Но вообще она съест. Вот, что происходит, когда у тебя не подготовленная энергетическая структура. А, сюда вообще ничего не идет. Такс. Большое спасибо. Ваша медь очень важна для нас. А ты все дожарил. То есть эта печка должна жарить просто как не в себя. А, окей. Окей, давай, жарь как не в себя. А вот эти предметы пойдут к нам, наверное, в хранилище. Так, вот это Compression Dynamo. Пущай оно здесь живет, в конце концов. Этому энергии хватает, этому энергии хватает. Ну вот, живет и живет. Ай. Само залезло. Криозот не то чтобы тратит. Криозота прибывает. То есть я, наверное, смогу крутить, ну, две машинки. Тем временем я немножко раскачиваю сайентиста. Вот интересный трейд. Advanced Computer за 3, а тут Advanced Computer за 4. Новый трейд появился. Нет, ну понятно, что все равно за единичку. Но что-то это самое, что-то они мутят.
Так, где, кстати, брать вот эти контроллеры? Ладно, неважно. Периферил кейсинги мне нужны. Наверное, да. Вы отморозились? Нет, не отморозились. Так, ну, черепахи тоже, так как они должны. Они так стекаются. Но в них не должно быть этих дурацких environment'ов, контроллеров. Надо их, кстати, будет разобрать как-нибудь. Куда девать столько черепах, спросите вы? Я не знаю. Можно сюда? Сюда, наверное, модем суется. Или какая-нибудь еще хреновина. Вот, черепахи живут здесь. Я буду великий компьютер, что-то там. Черепах с вейнмайнером. Да. Меня не забьют хранилище в какой-то момент. Ну ладно, разберу, если что. Итак. Мне нужен сигналом. Три меди, одно серебро, четыре редстона. Я думаю, что все у меня есть. Кроме меди. Ну, медь там пожарена. Три меди, четыре редстона. И одно серебро. Серебра у меня попом жуй. Так, заберите попажуйное серебро. Также у меня где-то был шикарный. Ну, давайте вот так сделаем. О, зачем мне Раумутан? Это же было жертвоприношение. Я же должен... А, вот он стоит где. Я же должен был покушать вместе с Богом. То есть этот Раумутан надо по-хорошему съесть. Ну, чтобы было аутентично. Жертвоприношение же это не просто так. Это же... Ну да, давайте самое. По одинаковому все поставим. Это сюда. Ты, дорогая печка, с угментом. А сверху и забираешь, и вытаскиваешь. А еще ты жаришь, как сволочь, как не в себя. Так, тут есть, тут энергия есть. Ага. Вот это можно продолжить дожаривать. Работает, черт возьми. И вот он мой первый сигналом. Такс. Как это делалось? Одна такая штучка. И, собственно, обредить мы ее, наверное, не будем. Потому что индириум это индириум. Ну, кстати, индириум я тоже смогу себе пожарить. А где-то у меня были все нужные мне штуки. Так, это сюда. Или нет? Или мы его сначала настраиваем? Нет. Значит, мы его сначала запихиваем, а потом у нас появляется кнопочка. Во, круто, черт возьми. Но, как вы сами понимаете, мне нужно это считать. Поэтому первое действие я выполню сам. Ну, давайте сделаем вид, что... Сначала я все зажгу. Так, мы делаем залив воды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Примерно 6 или 5 секунд. Ну, давайте будем считать, что 6 секунд. Окей, значит, Черепахин. Во-первых, ты будешь называться Еидолон для того, чтобы не потерять настройки. А во-вторых, едет АГ. Уа. А вот дальше, чтоб я помню, там как-то вот турт ли точка. Нет, не атак. Надо идти в хелп. Значит, макнуть ведром вперед. Макнуть ведром вниз. А даун есть? Нет, даун это движение. Бот. Нет. Activate touch. Юзи. Нет. Надо идти в хелп. Давайте произведем вот такой эксперимент. Так, Control. Save. Ага, save. Control. Exit. LS. Аглуа. Теперь он навсегда привязан к этой самой. Что нам нужно? Нам нужно убедиться,
Окей, хорошо. Тоже вариант. Нам нужно убедиться, что я правильно понимаю, что у меня сейчас здесь вообще происходит. Итак, дорогой черепахер, у тебя есть в руках ведро в нулевом слоте. Едет Аглоа. Select первый слот. Place вперед. Place down вниз. Ctrl Exit. Аглоа. Она не делает place. Потому что мы дебилы. Нет. И психушка наш родимый дом. Такс. Лоб, fake players. Блин, а какой fake player name у компьютер крафта? Hello, all fake players. Fake player names IDs. ADD. Ты у нас CC двоеточие. Я не знаю, какой у тебя fake player name. Пойду исследовать этот вопрос. Не, работает. По крайней мере, она поставила блок. Ага. То есть, что у нас? Черепаха не может макнуть ведро в... Ну, как так? Она не может макнуть ведро. Хнык! Хнык! Очень обидно, между прочим. Я надеялся, что мне не придется опять делать вот это вот дурацкое. А, давайте. Один, два, три, четыре. Может, надо в воду как-то запихивать? Ку-ку, три, ку, четыре, ку. Что-то не то произошло. Еще раз. А оно что-то сразу булькает. Оно не должно сразу булькать. Оно должно через 6 секунд же начать булькать. Ку, ку, ку. Нусь. Ку, ку. А, я всего одно золото кинул. Бывает. А это что, не сам не скоммуниздил золото? Я же сказал. Коммуниздить вот это. Динай? Нет. Аллоу. Хнык. Прям неправильно все. Не в аккумулятор отказывается забирать. Но это не самое страшное, что может произойти. Итак. Что можно сделать? Что можно сделать? Нет, ну понятно, что... А вдруг можно сделать вот так? Это будет, конечно, полная фигня. Ключик. Ключик должен быть ключик. Ну вот, может быть полная фигня, но... Вдруг? Ты же смотри. Ага, то есть ведро нам уже больше не нужно. Закипело. Ку-ку-ку. Ку-ку. И опять набралась вода. Раз. Но это 6 секунд. Так, уже чуть-чуть лучше. Черепах реабилитирован. Единственное, что это этой дуре ведро давать нельзя. Итак, у меня есть подозрение, и я согласен потратить на это некоторое количество своих ресурсов, что 3 секунды, 3 секунды. Мне отсюда видно цвет воды? Да, видно. Так, поэтому едет Arcane Gold. Это же Arcane Gold. Arcane Gold. Turtle Select 1. Плохо будет. Надо давать ей ровно полстека. Почему? Потому что я не... А, у меня в стеках должно быть равное количество. Вот. Ну, давайте пока полстека. Нет, ну тогда плохо. Тогда давайте вот так. Я же хочу полный стек сделать. Вот, поэтому вот так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой.
Select 1, Turtle, точка, drop down, с большой буквы down. Down, один предмет. Как тут сегодня не это самое. Это нас не интересует. Нет, tab. Select 2. Turtle drop down 1. И, соответственно, select 3. Как все неудобно. Нужно в каком-то нормальном текстовом редакторе это писать. Select 3 drop down 1. Мы выплюнули все. Дальше. Os. Нет. Sleep. Os sleep. Здесь количество секунд. 3 секунды ровно. Может быть, я вру. Ну, та же самая история. Тут есть копипаст. Я хочу. Ладно, select 5, как мы знали. А вот копипаст есть с шифтом? Нет, копипаста нету. Нет, Ваня. Ну, хотя бы begin-end есть. Turtle drop down. Оперный театр. С большой буквы надо. Down. Один. Turtle select 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Turtle drop down 1. Дальше. Опять os sleep 3. И программа пока завершается. В начале программы, насколько я помню, os sleep 6. Это в секундах. Save, exit. AG. Мы ждем 6 секунд. Черепаха что-то выплюнула. Подождала. А не дождалась. Причем довольно много не дождалась. Хнык. Хорошо. Значит, явно. Явно не 3. Ну, давайте 4. Там, наверное, одинаковое время. 4. Поехали. Смотрим. Что тут происходит? Синяя бурлящая водичка. Мы ее дождались. Выплюнули. Ага, 5. Ну, окей, 5. Как хочется мышкой сюда ткнуться. Но нет, нужно... Так как клавиатура макбучная, надо с функшеном вправо-влево давить, а именно заняты обе руки. Так. Ну, давайте. Цвет водички смотрим. Даже не 5. 6 секунд. То есть все по 6 секунд. Ладно. Ладно. И оно даже в аккумулятор попало. Yeah. Так, теперь эту программу нужно зациклить. Ура! Мастер-сайентист теперь продает нам модемы. Модем нам потребуется. ME Bridge. Угу. Но это немножечко не то. Я хотел бы Refined Storage Bridge. У нас теперь есть модемы. Мониторы и advanced компьютеры. Так, я там это просто пробегал мимо. Нужно зациклить программу. Так как мы не очень, как это называется там, правильно рассчитываем, ну, тут будет в начале 7 секунд, выбросили первый ряд. Дальше подождали 6 секунд, выбросили второй ряд. А потом дождались, пока у нас чпокнет, и мы все забрали.
дождать 6 секунд. А потом опять ждем 7 секунд, ну просто для того, чтобы была лишняя секунда. Помолились, убедились, запустились, отошли подальше, чтобы не интерферировать. И слушаем. Ну, должен быть бульк. Теперь чпок-чпок-чпок. Что-то произошло. И мы ждем. Сейчас должно забулькать. 7 секунд. Ну-кась. Если пройдет 2 цикла, я молодец. Что-то там происходит. Может, у слип неправильно работает. Кажется, мы сделали зеленое варево. Почему? Ну, вроде получается. Единственное, что нужно снять магнитное кольцо. Оно немножечко мешается. И тут есть некоторая хитрость. Так, 22, 22. Я потратил один шар. Ну ладно, черт с ним. Снимем два кусочка золота. Снимем два кусочка редстона. А главная хитрость заключается в том, когда именно запускать программу. Швыряем камушек. Эй, швыряем камушек. Ушел. Теперь ждем. Жижа изменила цвет. Далее жижа делает пшик. И мы запускаем программу в тот самый момент, когда у нас произошел пшик. Теперь отходим и не трогаем. Так, ну что, у меня есть немножечко Arcane Gold. Так, что делаем дальше? О, швыряет, швыряет когда надо. Забрали. Ну, я забрал. Так, теперь закипело. Оно почти сразу закипевает. Роняем. Ну, роняй, роняй. Раз, два, три. Делаем бульк. Все-таки тут, наверное, случайное время происходит. Не надо как-то понимать цвет этой самой жижи. Может быть, имеет смысл сделать себе компаратор. Зачем делать себе редстон компаратор? Тогда у тебя есть Ваня, у тебя есть. У тебя все, что нужно, для тебя есть. Так, Integrated. Redstone Reader. Немножко этих самых. И этот самый. И дисплейчик. Давайте посмотрим, посмотрим. Да, кстати, нужно взять еще переменную одну. Что нам показывает редстон на этом котле? Так. Что-то здесь не то происходит. Явно. Почему-то золото не туда, куда надо упало. Ну, ладно. На самом деле мы смотрели на... Происходит здесь хоть что-нибудь? Или не происходит здесь хоть что-нибудь? Мы берем отсюда в редстон компаратор. В компарирующем режиме. И запихиваем сюда. Редстонный компаратор предъявляет нам исключительно 0. Так, и есть одна небольшая проблема с этой черепахой. Я, конечно, с удовольствием бы поставил ее вниз. Ну, давай, закипело, нет, все равно 0. Так, компаратор нам ничего не дает. Хорошо. И спускает ли эта штуковина просто редстонный сигнал? Хоть какой-нибудь. Ай! Все плохо. Иногда оно делает полную фигню. Вопрос почему? Ответ, потому что золото не туда упало. А это значит, что... Это значит, что мы эту штуку забираем. Убеждаемся, что у нас 38, 29, 12 Arcane Gold. Arcane Gold вообще нету. Всего 13 шардов. Я все разломал. Ну ладно, на самом деле, Arcane Gold хватает. Я придумаю, что делать с этой машиной. Основная затея ее сначала закинуть кубики, потом быстро поставить черепаху, потом быстро разместить в ней этот самый и быстро запустить программу. Именно это мы и сделаем. Но у меня начали кончаться, вы не поверите, они начали кончаться. Шарды. С шардами я не знаю, что делать.
Кстати, что это за золото я таскаю? А это брас, которым я чинил. Мы будем таскать с собой брас, которым я чинил. И, кстати, где-то у меня здесь, в скролах, да, в скролах, есть такой интересный волшебный скроб, который я, наверное, буду таскать с собой. Чпок. Это телепортационный скролл, из него можно сделать телепортеры. Сделать мне сейчас магию. Так, я хотел сделать чего? Мне хотелось сделать фигурин. Я хотел сделать это, как это называется-то, фигурку бога. Фьорджи, Элдер Стейчу. Мне нужно это есть, инлей, есть стоун и смувстоун. Ух ты! А тут есть какая-то магия сверху. Так, нам нужно сделать фигурку. Сам делай, понимаю. Так, я взял слишком мало камня. Но давайте сделаем себе эту самую фигурку. И посмотрим, чем она отличается от темного бога. Чпок. А эта штука остается здесь. Она не тратится. Ладно, хорошо. Анхоли символ типа не тратится. Бум знать. Про нее ничего не написано. А здесь что-нибудь написано? Тут написано, что она тупо лучше этой самой, вот этой вот травянистой. Ну, давайте сделаем себе чпок. Вот интересный вопрос. Когда у меня два предмета на столе, это хорошо или плохо? Это написано в части книжки, наверное, про... Нет, про теургию. Что здесь написано? Скалс. Два capacity, один capacity, один power. Три capacity, один power. Значит, нам нужно где-то придумать, как добывать, собственно, вот этот power. Свечка. Хорошая свечка. А как делается этот candle? Нет. Ну ладно, хорошая свечка. Дает два power. Может быть, имеет смысл. Capacity-то хватит. И сделай себе power. Так, свечка. Ну, насколько я помню, свечка делается из Теллоу. А Теллоу делается очень хитрым образом. Дайте нам кандле. Фига себе, у нас разнообразных кэндлов. Едалоновский кэндл делается из Теллоу. А Теллоу делается в Бластфернансе. Ну, это не страшно. Флеша у нас достаточно. Мы просто берем и отправляем флеш в Бластфернанс. Чпок. Тейлоу есть. Кстати, хватит жечь бесценный уголь. Мы тут уже все, что хотели, сделали. Отдайте нам наш сигналом. Ну, наверное, нужно начать плавить что-нибудь еще. А если у меня есть сигналом, то можно взять вот эти штуковины. Все. И проапгрейдить их. На всякий пожарный. Вдруг поможет. Так, поехали. Раз, два. Ах ты ж, зараза. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Апгрейдим штуковины. Заапгрейдили. Следующий апгрейд. Следующий апгрейд. Индириум и люмиум. Люмиум делается легко и непринужденно. А принужденный. Серебро, тин и волстон. Нет, еще раз. А, собственно, сам люмиум делается из... он взрывом делается. Третина, сильвер и два глоустона. Угу. Я думаю, мы можем это себе позволить в какой-то момент сделать. А, электрум. Так, хорошо. А еще нам нужен индириум. Нам еще стекло нужно. Индириум. Нет, давайте посмотрим правильный рецепт. В Induction Smelter. Индириум. 2, 3, 1 Diamond Dust. Ага, все, индириум нам недоступен. Шикарно, шикарно. Свечки. Оккультизм. Еда. Ой, а зачем я столько наплавил-то? Чпок-чпок. Можно сделать, конечно... Ух ты, какие свечки можно сделать. Можно сделать из Arcane Gold Nugget свечки. Едалон. Помытая свечка из Едалона. Это обычная свечка из Майнкрафта. Окей.
Возвращаем штуковины. Вот что мне не нравится. Или нравится. А, когда нечего делать, эта штуковина не работает. Вот, шикарно. Свечки. Вместо кого? Ну, наверное, вместо черепов. Вот. Следующая молитва, которую имеет смысл произнести. Дальше в Darkness сделали, Sacrifice Animal делали. Интересно, а какую молитву надо произнести? Скулы делали. Мана. Your patron accept your prayers and grant you. Ага. Ну, черт возьми, я не очень понимаю. Дальше что делать? Можно произнести Dark Prayer. Неинтересно. Можно произвести Sacrificial of Animal. Делали. Touch of Darkness. Делали. Elder Statue. Сделали. А куда дальше? Хм. Ну, видимо, придется продолжать делать Sacrifice of Animal. Хм. Второе приношение произошло. Что дали? Сайни дали. Touch of Dark. Нет. Вроде как бы ничего. Икспы дали. Во. То есть надо будет в следующий раз заняться просто тупо приношением. Красота. Итак, что делаем дальше? Это надо сожрать было. Ну ладно, на самом деле не важно. Дальше мы начинаем играться в мод под названием Evilcraft. Где-то у меня была для него книжечка. Ну просто пора уже. Вот вопрос. Или сначала сделать моб грайндер. Или сначала сделать Sustainable Power. Знаете, как-то мне всего хватает. Вот как-то вот все, что хочется, у меня есть. Так что давайте сделаем сначала себе Evilcraft. Даркор мы получили. Его можно складывать в блоки. Из него можно строить. Его 16 штучек на чанг максимум. Dark Apple, Evil Dungeon. While caving, occasionally cut these grim rooms with blood spread over the floor. Окей, бывают. Dark Temple. I was able to enhance in class battles with container and environment. Так, бывают какие-то... Ага, Dark Temple, Weather Container. Хорошо, а как начать-то? Ну, Weather Container, это, конечно, хорошо. И Glass Battle, это, наверное, интересно. Но меня интересует, как начать. Что-то сдается мне, что это книжка. Ой, все сломалось. Не сломалось. Это оно открыло мне браузер. Parent. Вот. First stage, second stage, blood and food. Вот. Strange World. Vengeance Spirit. After Monster Die. I notice that I can use some of the Crash Dark Game. Construct link, which allow me to fully see mobs and I kill. Ага. Я могу сделать такое колечко, потому что когда я разбивал, мне дали Crash Dark Game. Как их ловить? Вот такие штуки я нашел. Они у меня найдены. Vengeance Focus можно сделать из колечка. Хорошо. Spirit Protection. Я не хочу от них Protection. Я хочу их использовать. В общем, делаем себе спайки и делаем себе Blood Extractor. Спайки, пожалуйста. Спайки. Не такие. Нам из Evilcraft. Они вообще бывают? Реликвариевские спайки. А это из кого спайк? Guardian Spike. Вот такой знаю спайк. Wilden Spike. Так, 16 штучек вот этого сделали. Теперь давайте сделаем себе... Blood Extractor. Одна штука. Нет. Да. Сделали. Одной штуки мне, наверное, будет достаточно, но... О, может, что-нибудь дадут. Вот за эти дали. Может, что-нибудь полезное дадут.
Есть у нас тут Адастра, понимаешь ли, у нас. О, от Адастра можно книжку взять. За адастерскую сталь, а сталь я случайно получил. Так, нужен хаммер и нужен компрессор. А там были, кстати, неплохие машины в каком-то летательном моде. Может быть, имеет смысл. Во, Evil Craft. Сделали? Сделали. Еще один Blood Extractor. А, блин, не то дали. До того добра у меня, как у дурака, махорки, вы сами знаете. Так, Dark Temples. Визит Dark Temple. Weather Container. Контейнер. А как? Ладно. Визит Dark Temple. Надо понять, как его визит. You have been Thunderstruck в этот рейн. Это сделали. Дальше куда идем? Stolen Fluent. Блин. 16 бакетов. Dark Block. 144 бакета. Но его с нас требуют. По квесту. Понимаешь ли. Поэтому Evil Tank. По-моему, он для чего-то нужен. Пущай будет. Одна штучка. Камушков мало. И лезть за камушком я не знаю как. Сделали. Далее Basic Reward. Rush Dark Gem. Хорошо. Это хуже, конечно, то, что у меня должно было быть. Spiky Claws. А что Spiky Claws делает? Effective Against Soft Materials. Durability. Evil Craft. Wanted to be able to attack things with a shovel. Окей, это куда? Это копалка. Так, Collecting Blood. Collecting Blood. Нужно сделать вот эту штуковину. Это легко делается. У меня есть. Singularity Pedestal. Sanguinary Pedestal. И Powered Sanguinary Pedestal. Вот это уже может у меня не хватить. Меня. Infused Dark Gem. Насколько я помню, нужно тупо взять кровищу. Давайте посмотрим на танк. Как танк работает. Refine Tyrant Pickaxe. Спасибо. Но нет. Конденс Блада у меня 1000 тонн. Я почему-то это где-то находил. О, мне дали 3 Блада Экстрактора. А из него что-нибудь делается? Из него делается квест. Ну, пока потупим. Еще один Stardew Repair Kit. Что умеет эта штука? Она ничего не умеет. Будем надеяться, что эта штука умеет хранить то, что в ней лежит. Ладненько. Итого, спайки, наверное, с собой носить не надо. А вот носить с собой Blood Extractor и большой танк. У меня нет большого танка. Но у меня есть вот этот Basic Fluid Tank. Наверное, стоит. Да, кстати, пойдем посмотрим, как там она родимая. Но здесь что-то происходит. А, стоямба. У меня же есть. У меня же есть Singularity Tank. Еще один лишний. Вот этот. Берем. И надо отправиться куда-то. Там, где можно кому-то надавать. Как искать эти самые Dark Temple? Ну, например, вот здесь. Мне вполне могут навалять. Ой. Да я сам себе навалять могу. А в чем фишечка? Да, это забирается так. О, что тут дают? У меня уровень минус 16. Это низковато. Надо идти выше. Нужно идти примерно на уровень, где находится... где находится просто стоун. Книжка с собой? Книжка всегда с собой. У меня все книжки со мной. Так, вот это я, наверное, кастовать не буду. Вот это пока не надо. Это я тоже не буду. Stardew Repair Kit не очень понятно. Эта книжка с собой не нужна. Эта палочка с собой не нужна. Вот. Стало чистенько. Совсем чистенько. Я думал, что это будет легкая прогулка, но нет. Там пауки. Из спаунера. Тут штук 5 этих спаунеров. Итак, смотрим. 0. Почему 0? А не должно быть как-то. Только что их было 3 штуки. А, их было 2.
Хорошо, два. Ну, попробуем. Попробуем, попробуем. На самом деле я здесь не за камнем, я здесь за мобами. Deep Slate, Redstone Ore. Это хорошо, его копать не надо. Вот. В Blood-экстракторе у меня пол ведра крови. Так, это значит, мне нужно каким-то более-менее промышленным способом добывать мобов. Например, вас. Да, вас. У вас прям кровища по 300 ведер, милеведер. Что это для нас значит? Вот как раз ведро пришло. Может быть, конечно, пошляться здесь. О, кстати, а вот это мне уже нравится. Здесь же можно найти какую-нибудь интересную руду, но это слишком наверх залезать приходится. Вот отсюда у меня инфилиум сразу много. Такс. Что здесь? Почему здесь такая странная руда? Почему здесь? Но мы не узнаем ответ на этот вопрос. И, наверное, осветить эту пещеру, она прикольная. Я понял, что я неправильно делаю. Я добываю руду. Это значит, что я хожу и очень аккуратно, так, чтобы не встретиться с мобами, вот это вот все. Мне же наоборот надо, чтобы мне досталось. Но это путь вниз. Это не вариант. Судя по всему, эта пещера ни о чемошная. Нужно вейнмайнингом, чтобы пойти заняться. Это же скучно. Черт, я совсем забыл, что сверху-то у меня, в общем, вот плохое место для копания. Данж. Хорош такой данж. Хорошо, что в лаву не вкопался. Ох, что с ним делать? Пройти его, что ли, до конца? О! А здесь? А здесь? Ну-ка, F7. Нет, здесь нам не F7. А почему здесь так светло? Потому что вот это лава. Да. Потому что это лава. Ё! Зачем я это сделал? Ну, попробуем еще раз туда зайти. Во, ребята раззадорились. А, что это такое? Это, наверное, простой спавнер. Простых зомбей. Что-нибудь безинтересное. Где же камушки? Почему камушки? Дрыгми даже дают. Вот. А, как бы тут. А, вот это надо сломать. Нусь. Почему я не могу его туда поставить? О, теперь тут темно и страшно. Но я не хочу, чтобы было так темно и страшно. Пусть будет хоть чуть-чуть посветлее. Абсолютно не вариант. Слишком медленно. Тем более спавнер это, ну, 200-800, как обычно. Такс, что-нибудь интересное есть? Аркейн рекавери. Нет, это не то, что мы хотели. Фейзер фоллинг. Ну, фейзер фоллинг это интересно, но тоже нет. Это что такое? Poison спрей. Он дешевый, насколько я знаю. Я смогу его поставать, но он неинтересный абсолютно. Saturation. Restore Hunger and Saturation. Во-первых, нужно забрать всякое барахло, которое нам надавали. На удивление, мне дали тосты. За тосты. Iron Furnace. Почему не дали в самом начале? Потому что я в самом начале не делал тосты. Дали за Thermal Series. Ну, хорошо, дали за Thermal Series. А, нет. А, во. Я же фильтр сделал. Дайте мне, пожалуйста, мое ничего. Forbidden and Arcanus. А я что, вот это надел? А, я всего лишь Даркстоун взял. Аркейн Кристаллы я взял. Ну, магнит, это хорошо. А, вот это я взял. Апгрейд Бейс, это хорошо. И спаунер скраб я тоже делал. Ocean of Luck. Наверное, хорошая затея, когда ты раздобываешь руду пачками. Ну и, собственно, как бы все. Такс, учитывая, что у нас как бы все. Печка тебе сюда. Учитывая, что у нас как бы все, а это Productive Biz, мы складываем барахло, например, в эту бочку. Ее оперный театр. Но я не собирался спать. И идем делать моб-спаунер. А также нужно как-то придумать, где у меня центр помещения. Ну, давайте скажем, что вот здесь у меня центр помещения. И поместим сюда. А где они у меня живут? А, да, кстати, давайте еще убедимся, что правильно работают
Вот эти штуковины. Берем эту штуковину, суем сюда. Фигак. Слили кровищу. Супер. Меня прям все устраивает. Меня интересовали еле... Но их здесь нет. Потому что они все здесь, наверное. Да. Вот они, красавцы. Там снаружи, наверное, ходят злые мобы. Но нам как-то пофиг. Тут все освещено. Так, где оно? Вот оно. Встать ровно под него. Так, а под себя откопать нельзя. И надо убедиться. Ну, вроде в этом здании подвалов нет. Это вроде норм. Это уже другое здание. О, что дают, что дают. А в этом здании подвалы есть. Я специально настраивал, чтобы в Lost City было побольше подвалов. Итак, где-то здесь у меня будет моб-грайндер. Но здесь слишком светло. Не проблема. Это нечестно. Здесь пол высотой единица, а наверху пол высотой двойка. То есть я смогу по нему невидимо отправлять кабели. Ну, может, это, конечно, и хорошо, но не знаю. Для того, чтобы на фоне вот этих белых квадратов было видно, элеватор станет у меня черненьким. Еще у меня остались чизлиды брики со свинской мордой. Ну, окей. Так, а тут точно везде освещено? А почему? А что я нажимал? F9 я нажимал. Окей. Тут точно темно. Светло. Такс. А как делается моб-грайндер? Ну, во-первых, я хочу хорошо сюда хожу. Можно оставить синее стекло. Тут можно сделать красивше. Ну ладно. Можно оставить синее стекло. Но. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Он может быть у меня вот такого размера. Или же если я сделаю его... С дверью можно попрощаться. Дверь точно не будет использоваться. Потому что это теперь моб-грайндер. Вот. Ну, допустим, здесь появляются мобы. Они отсюда выезжают. Здесь их моб-мешает моб-мешер. А здесь у меня мобохранилище. Да. А у меня точно нету нижнего этажа. Это хорошо. Это приятно. И они, значит, приезжают сюда и падают. То есть мне придется сделать туннельчик. Окей. Но мне придется немножечко почистить вот эту историю. И это не надо делать ночью. Из чего будет у меня, собственно, моб-грайндер? Моб-грайндер у меня будет из вот этого камушка, который я себе прекрасно надел. Будет ли у меня моб-грайндер с таким полом? Думаю, нет. Итак, на самом деле можно использовать спел. Но он 5 уровня. Нет, можно использовать Exchanging Gadget. Кстати, а почему бы и нет? Он дешевый. Можно использовать Wooden Exchanger из Exchangers. Нужны Exchanger коры. Их надо крафтить. Это не самое страшное, что может быть. Нужны постоянно Айофендеры. Я думаю, что вот этот Exchanger, Дейрвольфовский, намного проще. Делаем себе немедленно эксченджер. И его надо каким-то образом зарядить. Так, а магнит я буду с собой таскать или не буду с собой таскать? Хороший вопрос. Вот прямо это вопрос на несколько тысяч баллов. А где его заряжать? Для зарядки этой фигни у меня где-то здесь. Я их, скорее всего, положил сюда. Хермал, пожалуйста. Хермал. Нет, ты хермал. Есть Energetic Infuser. Я же его делал. Значит, я его могу использовать? Могу использовать. Куда мы его подключить? Насколько я помню, эти машины сохраняют энергию в себе. Да, они сохраняют энергию в себе. Они не сохраняют лаву в себе. Сволочи, или же... Ну, ладно. Так, бензин есть.
У нас даже апгрейд для этих целей есть. Давай, фигач нам. Ха-ха. Пай. Так, 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 так. Это же значит, что? Это же значит. Да. Хороший, хорошая ошибка. Единственное, что у меня все здесь выключилось. Нет, здесь этого не должно быть. А почему все выключилось? Где все дерево? Дерево тупо кончилось. Вот в чем фишка. Дерево тупо кончилось. Это не криозот. Криозот есть еще куда сливать. Хнык. То есть одного инфилиум супремиума не хватает. Что делать? А если у меня еще три инфилиума от сам супремиума? У меня даже четыре супремиума есть. Ну, такое впечатление, что эта штука умная достаточно. Никто не тратит энергию, а она продолжает. То есть я могу положить сюда 19 колов, и станет все хорошо. И смотри, какая красота, не жжет. А это, кстати, очень приятно. Так, где-то у меня был тупой инфириум. Фишка в том, что я пожадничал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но я не пожадничал на хопперботы непотов. Вот этого барахла у меня достаточно. Как бы это все красиво сделать, так, чтобы это реально было красиво? Это хороший вопрос. У меня, кстати, наверное, есть на него ответ. Хопперботы непоты идут рядышком, а они не встанут рядышком. А если я их поставлю рядышком, они у меня закроют... Киун можно, наверное, убрать. Киун уже не очень нужен. Ай. Почему у меня здесь... Видимо, у меня там под этой самой штукой что-то есть. Так. Хопперботы непоты встают как-то вот так-так. Соответственно, вот так и так. Вот. И они просто тупо инфилиумные. Ну, 1.3 напротив 1.1, я думаю, что не играют никакой роли. Так, сюда ничего не уезжает. Сюда, ну, сюда что-то приезжает. Наверное, здесь точно так же сделать. По идее, конечно, должно было быть как-то вот так вот. Что я сделал? Понятно. Как-то вот... ну да, я не поставил поты. Но, к сожалению, там печки слишком близко друг к другу стоят. А если поставить по центру вот эту штуковину, то не будет видно, горит она. А хотя, а не наплевать ли мне? А мне наплевать. Во-первых, можно поставить вот так вот, повыше. И поставить вот этот вот, вот так вот. Один ботанипот стоит прямо на нем. А я не запрыгну. Вот. Еще два бота не... А зачем мне запрыгивать? Он стоит прямо на нем. А еще два бота не пота стоят по краям. И работает с хоппером. Только не так. Так. И я буду видеть и вот это. И я буду видеть все, что мне нужно. Можно, конечно, еще проще сделать. Вообще без хопперов. Просто поставить по три штучки. А может, хорошая затея. Поставить по три штучки. Вот как-то... прямо на печку. И вообще не парится. Печка принимает только дерево. Стало резко красивше. Давай, вырастай. Надо, конечно, будет сюда приходить и доставать лишние палочки и прочую фигню. Но почему бы нет? Освободилась куча барахла, которое хотелось бы знать, куда деть. Ладненько. Exchange Gadget зарядился. Пора. Главное, что тут еще легко сюда прийти можно. Итак, 100 лет не пользовался Exchange Gadget. По-моему, V. Ага. Ну, типа того. Теперь В.
Так, с чем нам нужно? Нам нужно... Ой, ёперный... Surface. Анкор не надо, гроу не надо. Bind инвентарь не знаю. Нам нужно поставить сюда... Работает ли эта штуковина? С Shift-клик. Работает ли эта штуковина? Ну, вот типа работает. А теперь нужно сделать побольше range. 9 на 9. А, как это ни странно, мой этот самый прекрасный мобграйдер 9 на 9 на 9. Потому что 9 это для спавня, для спавна. А черт, ни хрена не видно. И еще... зачем мне что-то видеть? Нужно раз, два, три, четыре, пять. Готово. Апгрейдер готов. Здесь такая же история. Раз, два, три, четыре, пять. Апгрейдер готов. Потому что высотой он тоже... А, нет, он не 9 высотой. Он высотой немножко по-другому. Да, центр. Раз, два, три, четыре. Да. Высотой он повыше будет. Нужно же еще два спейса, чтобы спавнились. Да, нужно еще два спейса. Как бы это сделать? У меня где-то был мой замечательный, как его зовут, джетпак. Но я думаю, что все должно быть просто. Залазим. Залезли, стоим, на лесенке стоим. Да, кстати, вот этот угол тоже нужно сделать красивым. Он, наверное, будет терракотовым. И проходимся. Это высота 9, значит, здесь спавнер. А значит, он будет ровно высотой по вот эту штучку. И закрываем сверху мы его терракотой. Может быть, я, конечно, не прав, но палочкой строить тупо удобнее. В смысле, то ли понятнее, то ли еще что-то. Все, допрыгались. То есть нужно достраивать здесь до конца. И вот наша крыша. И достраивать здесь. Ага. Столбик надо поставить. Он красивый, черненький. И вот наша крыша. Пинг, пинг. Так, есть ли у меня с собой терракота? Серая. Нету. А вот интересная подстава. А где у меня серая терракота? Нет. У меня же было, значит, здесь. У меня же было до черта этой терракоты. Так, и пока у меня, пока прет, надо не забыть пережарить все из вот этого данка. А то я сейчас увлекусь, и все. Чпок. Цинк тоже пущай будет. Цинк зачем-то был нужен. Ну, допустим, этот данк теперь пустой почти. 1024 роулида. Офигеть. И оно жарит. Оно жарит блоки. И оно выплевывает блоки. Железа мало, золота нет вообще. Так, я потерял терракоту, несмотря на то, что я ее производил. Очень странно. Нигде ее нет. Значит, она в какой-то то ли коробочке, то ли в дамке. Пока не забыл. Нужно произвести бесчеловечный эксперимент. О, ставит. Почему он ставит, а раньше не ставил? А это не потому, что я добавил фейк-плеера, а потому что я разрешил на этой базе делать кому угодно, что угодно. Так что сейчас ко мне придет крипер, все взорвет. Но будем надеяться, что ко мне придет крипер и сильно отхватит. Я скажу, ой, спасибо, принес немножечко пороха. Так, вот эта штука теперь работает. Теперь в какой-то момент у меня... А, ладно, черт возьми. А, это было где? Это было в коробке со спаунерами. А у меня в коробке со спаунерами полный бардак. Если это здесь, то здесь же должен быть и хоппер ботанипот, которым... А вот его нету. Куда я его дел? Видимо, я его положил во все хоппер-ботанипоты и заиспользовал. Бывает. Ну ладно, лишние хоппер-ботанипоты не бывают. А, терракота, терракота. Куда же я дел терракоту?
Прямо удивительно. У меня ее было до черта. Ну, в принципе, это, конечно, не проблема. Нет, есть маленькая проблемка, которая меня сейчас посетит. Ну-ка, пошли. В сети 2. Большей частью иногда случается так плохо, что в этих зданиях есть аквариум. Я тут был. Вот аквариум. И аквариум разбивать нельзя никак. Это же она? Нет, это Грей Терракота. А мне нужна какая-то... Мне нужна Грей Терракота, по-моему. Если я правильно все понимаю. Не, мне нужна Сайан Терракота. Это хорошо зашел. Сайан Терракота. Ну, раз уже зашел, надо это привести все в порядок. Там, кстати, лута внизу. Вот этот домик разберем. Тут тоже лута внизу. Стеклышки дают. На этот раз разбирать намного проще. Слишком заинчантенные пайкексы. А вот стекло нет. Стекло не разбивается по-нормальному. Ну вот. Думаете, тут когда-то был какой-то домик? Нет, только подвал от домика. Мой перфекционизм доволен. Что тут? Есть немножечко того, что повыпадало. Вот. Можно достраивать мобграйндер. Но теперь с терракотой есть небольшая проблема. Теперь она у меня есть. Сайан. Это именно та, которая нужна. А как ее забрать? А, с шифтом надо. Шифтом надо давить, а не вот этим всем, чем я обычно давлю. Так, хорошо. Теперь можно взять и достроить. Ну, я думаю, что вообще все можно достроить. Где моя достроявочка? Палочка-достроявочка. Чинить придется обе. Да, кстати, я там это... совершенно случайно забыл взять с собою... Ну, что, типа так? Ну, давайте пока типа так. Забыл взять с собой чинительные принадлежности. Во. И этот паксель у меня полностью сломан. Куда деваем? Наверное, в стройматериалы все-таки. Влезет, не влезет? Не влезет. Вот почему ее у меня с собой не было. Ну, вот это, наверное, мне не надо. И, наверное, вот это тоже мне с собой не надо. Теперь это мой стройматериал для отстраивания этого домика. Что-то мне не нравится, что здесь происходит. Как только оно заработало, у меня начали наполняться эти танки. То есть туда нужно большие танки зафигачить. Потому что прямо сейчас латексом заниматься у меня желания нет никакого. Итак, мобграйндер на самом деле готов. То есть мне нужно сделать что? Мне нужно взять его плейты. Или как они называются? Вектор плейта. Где же у меня был мой мобграйндер-то? Давайте возьмем здесь вектор плейты. Нет, они не здесь. 70. Мало. Значит, у меня все лежит вот в этом. Да, вот они. Вектор плейты. Прокопать какую-то лунку. И есть одна неприятная особенность. Если раньше я пользовался траншеей в земле, то сейчас у меня это не получится сделать. И мне придется думать, как сделать все правильно. Но с другой стороны, почему бы нет? Та штуковина почти дожрала весь кол. Так, а здесь у нас доделали константан. Так-с, это плохо. Это нам как бы намекает на то, что... Несмотря на то, что... Кстати. Трех штуковин. А, да, хватает. И сейчас там начнет копиться дерево. О, шикарно. А вот как вытаскивать вот этот слэг? С этим слэгом есть неприятная проблема. Это зеротирная печка, и она не работает с хопперами. Так, ну что, здесь вроде норм. А саплинги-то у нас... Нет, саплинги нифига не... Ну, саплинги появляются. Так, здесь хорошо. И здесь блоков чаркова. Еще один. А дай-ка я это. То что это я? Экономлю на чарколе, учитывая, что вот эта фигурина с чарковым работает абсолютно правильно. Бжинк. 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 Бжик.
Чпок. Чпок. Теперь появляется вопрос, такой серьезный. Я бы не хотел сжечь уголь, потому что уголь можно хранить просто в блоках, а хотел бы сжечь криозот. Хотя криозота много потратил. Прям полтанка. Ну да, наверное, криозот это такая развлекуха начальной стадии. А я хочу вот это наполнить. Ладненько. Крышу мы сделали. Что-то мы еще тут не сделали. А почему у меня вот это не сделано? А я, наверное, даже знаю, почему. Так. Это вход. Вот это, наверное, тоже. Буду ли я здесь спавнить эндерменов? Когда буду спавнить эндерменов, все переделаю. А теперь мне нужно... Мне нужно найти мою палочку, коробочку-чинилочку, которую я отправил сюда. Да, вот. У меня есть одна пустая, которую дали в награду, и одна нормальная. И таки починить свою дурацкую кирку. А то, понимаешь ли, плохо ходить без кирки. Да и вообще все надо починить. Какой кайф, что все... не все. Все чинится из одной коробочки. И теперь вспомним, как работает редстон. Работает! Всего 3 выключателя нужно. Я собой доволен. Так, ну, в общем, мобы как-то едут сюда и сваливаются вот сюда. Видимо, они здесь не сваливаются, но нужно выбрать какой-нибудь стройматериальчик для того, чтобы было красиво. Можно, конечно, говорить «О! Мосикобл есть!» Мосикобл. И никто никогда не скажет, что мосикобл никак не связан с мобами. Так как здесь будут довольно опасные мобы, я думаю, что имеет смысл этот моб-грайндер начинает мне тут мешаться. Так как это опасные мобы, надо их как следует закрыть. Почему они опасны? Потому что это будут визор-скелеты, если в них есть кровь. Сейчас проверим. Хотя, на самом деле, наверное, вначале можно их за МД пустить. Такс. И вот это место, наверное, закрыть. И осветить. Зачем я все закрыл, учитывая, что у меня есть крыша? Хороший вопрос. Значит, такое, почему здесь... здесь должен быть низерак, у меня там горит. Я не знаю. Если они будут с луками, они будут в меня стрелять. Но если они будут с луками, они отсюда в меня прекрасно постреляют. Ну, осталось, собственно, последнее незамысловатое действие. Так, куда бы... Вот это нам, наверное, тут не надо. Вот это вот сюда надо. Последнее незамысловатое действие. Что мы делаем? А я не знаю, где хранить вот это. Это нужно хранить в каком-то данке. Наверное, вот в этом данке, потому что это очень сильно связано с рейлкрафтом. Но на этом у меня данк закончился. Такс. Мобы. Зомби или скелеты. Давайте посмотрим, что у нас такое. Нет, это не визор-скелетоны. А может быть, немножко визор-скелетонов? А все остальное зомби? Спаунеры хорошие. Почему бы и нет? Да, пущай. 2 лишних вектора осталось. Ну, хорошо. 2 лишних вектора — это 2 лишних вектора. Такс. Видимо... Ну, да, видимо, вот этот вот коридорчик, короче. Хочу ли я входить в саму эту штуковину, не через коридор? Можно, в принципе... Двери же пропускают свет. Нет, не хочу. Я хочу, чтобы здесь было идеально темно. Ну и, собственно, запрыгиваем на вот этот спавнер. Чпок. Визор-скелеты идут на самый верх. Некрасиво, конечно. Но никто не смотрит внутрь спавнера. А зомби идут дальше. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5. Так, а что-то не хватает. А я знаю, что не хватает. Вань, ты сделал все неправильно. Он же на 2 выше, чем нужно.
Так, а кто из них кто? И все ли спавнеры, которые мне нужны, у меня есть? Нет. А надо начинать с вот этого спавнера. Соответственно, выставить всех зомбей, запрыгнуть на самый верх. Запрыгнуть на самый верх. И оттуда уже начинать слезать, потому что там же наверху две клеточки есть. Во! Ну и тратя все агитаторы. Если мне нужно будет еще агитаторов, я думаю, что я еще найду агитаторов. Вот. Теперь этот мобграйндер. Ай! Почему же у меня не работает этот самый? Фейзерфоллинг. Теперь этот прекрасный мобграйндер заряжен и очень опасен. Так, где-то у меня были штуки, ради которых все это затевалось. Вот они. Раз, два. Ну, давайте посмотрим, что будет. Ну, в общем-то, то, что надо, происходит. Теперь, если я клик. Ага. А, лута, сколько лута. Есть небольшая проблема. Она заключается в том, что они что-то здесь хотят. Сволочи такие. Они не должны здесь ничего хотеть. Так, это полный. А, и у меня переполняется... Переполняется все от этого лута. То есть дверь — это плохая затея. Значит, что? Значит, пистон липкий. Или крейт. Вот что интересно. А я там не видел ни одного визор-скелетона. Вопрос, почему? Они выше, чем... Так, а я отправил на... базу. Байкекса. Бывает. Очень неосмотрительная затея. Хотя нет, вот же визор-скелетон фрагмент. То есть визор-скелетоны там были. Что делать вот с этими ребятами, спрашивается? Они сейчас пойдут сюда. А нет. Тут что-то другое происходит. Ай. Что там такое происходит? Это визор-скелетоны, которые не смогли сюда проехать, потому что здесь слишком низко для них. А высота 2 для них маловато. Окей. Придется немножко увеличить высоту. Хнык. Нельзя поставить векторплейт на дверь. А, дверь. Придется убирать дверь. Неприятно. Я хотел бы сюда заходить. И у меня здесь идея есть. Я хотел бы здесь устроить моб-мешер. Ну ладно. Вот теперь чистенько. Ну-кась. Ой. Ну да, нужно сделать некоторое количество ударов, прежде чем вот эти штучки наполнятся. А, штучки наполнятся. У тебя, Ваня, кое-что другое наполнилось. У-у-у, сколько всего. У тебя наполнилось вообще все. Куда это девать? Ну, понятно, куда девать. Но все, хватит. То есть это... Этого мне достаточно. Ой, там он полный мобов. Так, ну, мобов, наверное, поубивать. Вот куда девать все эти запасы? Я не знаю. Видимо, прямо в таком виде идти на крышу. А потом рассортировать. Фигню от нефигни. О, чпок. И оно осталось там внизу. Ой, ёберный театр. Куда это все деть? Тут все забито. А, но все равно непонятно, куда это все деть. Ну вот это, допустим, сюда. Если я буду делать мобграйндер, судя по всему, придется пользоваться этой самой, как она называется-то, мусорной корзиной. Потому что очень много лута. Где живут мои камушки? Нет, не здесь. А где реально живут мои камушки? Или здесь? О, камушки. И так далее.
Я бы хотел сделать себе чест. Вот такой вот. Blood Chest. Для этого мне нужен Blood Infusion Core, который делается из Dark Power Gemma и Hardened Blood Shard'ов. С Blood Shard'ами мы, наверное, разберемся. О, можно сушить Blood в... Ага, где можно сушить Blood? Это интересная затея. Давайте заберем себе банки. Я думаю, что... Но здесь нет хорошего места, где я смог бы... Дайте нам гем, пожалуйста. Нам нужен ровно один. А что нам нужно сделать? Тут как-то все очень сложно. Раз, два, три, четыре, пять. Ставим сюда вот эту штуку. Переводим вот эту штуку. Так, вот эту штуку тоже ставим. И я не думаю, что я вот эти дарк-танки буду использовать. 16 ведер. А, ни о чем. Ни о чем, ашна. Переводим это в режим ведра. Готово. Швыряем сюда камушек. Вот. Теперь у нас есть Blood Gem. Но постоянно так делать – это фиговая затея. Есть более правильная затея. Но для того, чтобы начать вообще... Нужно немножечко этих самых бладшардов. Как делаются бладшарды? Такие я знаю, как делается сложно. Винит бладшард. Undead Leaves. То есть мне нужен Undead Sapling. Undead Sapling. Да, есть такой. Как делается? О, Shift можно нажать. Grows an Undead Tree. Делается-то он как? Ага, Blood Infusion. То есть мне нужен Blood Infuser. Ну чё? А, все равно нужна такая штука. Все равно нужны Blood Shard'ы. Насколько я помню... О, началось. Ага, засыхает. Чтобы не сломать это дело обратно в Blood, как ломается лед, это нужно ломать на удивление почему-то Флинтон Стивом. И нам что дают? И нам дают штуки... А, нам как раз дают бладшарды. Все, шикарно. То есть ничего размалывать не надо. Первым делом нужно начать выращивать этот саплинг. Тогда у меня этой кровищи будет. Угу. Значит, она больше не сохнет. Зараза такая. Что делать? Где-то у меня были стройматериалы для моего домика. Кстати, очень неприятно то, что мой домик такого же цвета, как соседний. Ну, закроем вот эту историю, может быть. Ей не нравится то, что она течет. Стоять. А что, просто повис, что ли? Бывает. Нет, просто туда нельзя поставить ничего. Сюда можно? Нет, нельзя. Ну ладно, пущай. В общем, пущай пока будет. Нет. Да, чпок. Что мы делаем? Мы делаем себе... Почему здесь такая дырочка интересная? Зачем мне вообще вот это вот... Не знаю. Так, мы делаем себе немедленно вот эту штуковину. Сделали. Теперь мы из нее себе делаем... О, Colossal Blood Chest. Но мне нужен тупо Blood Infuser. Blood Infuser. Его можно залить. Давайте пусть он здесь живет. О, круто. О, нет. Нельзя по-нормальному сделать, да? Хорошо, хорошо. А если я вот этой штукой макну? А, вот эта штука. Она работает вообще с этим Blood Infuser? Во, а вот она работает. То есть это механизмовские танки не очень работают. Сюда запихнуть еще один гем, насколько я понимаю. Даже три гема. И процесс пошел. Одну штучку нам дали. Теперь из нее надо сделать еще один Infusion Core.
Давайте сделаем из нее еще один. А что такое Necromancer Staff? Bow of Antipromises. А мы пока себе этого позволить не можем. У нас слишком мало всей этой фигни. Spirit Reanimator. Ух, какие штуки. Bloodchest. Настоящий Bloodchest, ради которого я тут, понимаешь ли, все 8 серий. Даже переезд ради него сделал. Чпок. Я думаю, что красиво будет. Нет. Красиво будет сделать пипизом. Причем пипизом без апгрейда. Не думаю, что эта штука как-то много себя берет. Берем бочку. Так, о, эти высохли. Наконец-то. Стало больше бладшардов. Вопрос. Что можно сделать из бладшардов? А, еще. Vengeance Pikex Fortune 5. Darker Stick. Понятно. То есть два. То есть, если бы мне нужно было Fortune в самом начале игры, я бы, наверное, сделал себе эту штуку. Сняв бы с нее энчант и перевесил бы энчант куда-то еще, потому что этот же мод позволяет энчанты перевешивать. Чпок. Кровище пошла. Кровище пошла. А вот это для чего слот? Интересненько. Ну, ладно, на самом деле неинтересно, зачем этот слот. Понятно, что все это я дело затеял. Unbreaking 6. Unbreaking 8. Для того, чтобы сделать вот так. И она пошла чиниться. Ну что же, кажется, я достиг того, чего хотел. В следующей серии мы займемся механизмом, потому что мне нужен механизмовский майнер, чтобы добывать эти несчастные гемы. Нужно что-то делать с черепахой, она дурацкая. Нужно что-то делать с моими лесопосадками. Это на самом деле тупо заросли черной краски. Вот. С вами был Ваня. Счастья, радости, пока.